Пум-пум-пум-пум! Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то мы добрались до артиллерийского стрима. Как долго я это ждал, настроение просто прет. Хочется поехать, наконец, побороть этих ребят, которые зафлудили весь чат, которые приходят, пытаются затроллить. Говорят, арта, борода, урта или что там они там болтают. В общем, наш план сегодня такой. Первую половину стрима я катаю сам, вы задаете замечательные вопросы. Каждый интересный, понравившийся мне вопрос будет вознаграждаться пятихаткой золота. Это все мы сделаем в конце, я отберу ники, буду умничать там, куда поехали, куда стали, как мы попали. В общем, все весело и очень интересно. Вторая же половина стрима мы будем играть с вами, буду брать вас во взвод. Все просто будут рандомно кидать взвод, на кого попаду, на того попаду. Есть всего два правила: мы не ругаемся. И второе правило: у вас должна быть голосовая связь, чтобы я вас слышал, мог спокойненько с вами поболтать, расспросить, почему вы у нас на канале, почему вы смотрите, собственно, наш артиллерийский стрим и радуетесь за нас, хотите вообще, почему вы играете на артиллерии, сегодня же это не модно, не популярно. Вот так вот. Ну что, я думаю, объект 261, наш первый гость, как всегда, начнем с него. Да и в принципе, это основная половина, основная часть игры будет именно на нем. Ну что, поехали. Первый боячик, куда же нас забросит? Сегодня я соло стримлю, ребята все сказали: Никитос, ты артобрат, не хотим мы с тобой играть. В общем, играй ты сам на своих стримах. И еще, ребятки, пока я не вошел в роль, скажите, как слышно, что не так, музычка может быть громко. В общем, все ли ок, я буду поправлять это все дело. Так, надо проверить, пошло ли у нас, надеюсь, да. Просто прет, хочется поехать, наконец, поборотить. Так, все, картинка есть, экшен, ура, ура, надеюсь, вы меня слышите, обязательно пишите это в чат. И, пожалуйста, первая карта Малиновка, отлично, отличное начало, сейчас мы начнем гнуть. Кто же у нас будет светить, кто поедет вот сюда занимать позицию и не давать нам толком развернуться? Под левым глазом у нас стоит монитор второй, это ноутбук, я все ваши комментарии вижу, читаю, поэтому побольше их насыпайте, и чем быстрее мы закончим бой, тем быстрее начну их читать. Не буду отвлекаться на них сразу, иначе просто буду помазать, не попадать. В общем, вы понимаете, чем это заканчивается, когда тебе приходит жена, подруга в комнату, начинает болтать над ухом, говорить: «Милый, ну ты знаешь, сегодня надо сделать это, второе, третье, десятое, мы пойдем туда-сюда, ты да-да-да, в общем, дай мне прицелиться». И ты начинаешь болтать, отвлекаешься десяток раз и однозначно где-то промахиваешься. Точно так же и здесь. Буду отвлекаться слишком сильно на разговоры, никакого толку с меня не будет. В общем, занимаю такую обычную позицию, она является не ключевой, ничего в ней абсолютно нет, просто отсюда довольно-таки удобно накидывать по вражеским танкам. И вот первый снарядик, неплохо зашел, даже двоих накрыло, можно было немножко перетянуть вперед. Но что есть, то есть. Сразу отъезжаем, иначе артобратья с той стороны однозначно не спят. Не спят и будут нас наказывать в ответ. Вот видите, да, сейчас что произошло с Малиновкой. После переделки сюда заскакивает туча народа, начинает тут сейвиться. Ну, нас всех высвечивают, вот тяжи не могут никуда деться. Их просто не выпускают. И если я не буду отрабатывать по ним, то что будет? Правильно, будет очень-очень быстрый слив. Тому нам это не надо. И вот мы уже двух отправляем в ангар. До свидания, едем дальше, переезжаем. Быстренько занимаем опять позицию, начинаем готовиться. Давайте поговорим немножко о объекте 261. Что же это за арта? Пологая траектория снаряда, вы все это прекрасно знаете. Но все-таки арта является лучшей, по моему мнению. Единственное, что здесь нужно нажать, это кнопочку X, дабы выставлять вот этот ручник, чтобы у нас не вылетало, так сказать, наше орудие за усы. Усы я их так называю. Иначе мы будем разбрасывать круг, и никакого, собственно, толку от нас не будет. В самый ответственный момент круг вас разбросится, и борода настанет. Короче, наших тут всех перебили. Что же делать, что же делать? Вот, уже полкоманды нету. Все благодаря чему? Благодаря тому, что ребята с квадрата J, F и E расстреливают по вражескому засвету. Они здесь себе спокойно стоят, наших высвечивают и ничего не боятся. Ничего, потому если вы с той стороны на какой-нибудь СТшке, с хорошей башней, сразу же газуйте сюда, занимайте эту позицию. Во-первых, если даже победы не будет, это будет море фана. А что самое главное в нашей игре? Это удовольствие, потому пользуйтесь, пользуйтесь и радуйтесь как себя, так кого-то еще.
Так, отъезжаем назад. По горе даже не хочу целиться. Там время полета снаряда будет составлять в районе 2,5 секунд. И явно мне от этого легче не станет. Надо этих ребят отсюда выбить, иначе рано или поздно они ко мне доберутся. И что они со мной сделают? Правильно. Вот так вот меня. Надеюсь, меня узнавать сегодня не будут. Потому что это также происходит довольно часто. Вы сами в этом убедитесь. Чуть-чуть. Так, пора что-то делать. Смотрите, Батчат уже под базой. Где он был, где он шлялся все это время, непонятно. Становлюсь-ка я в кустик. Не шевелимся. Сеточка у нас заработает. И сводимся. Так, КВ-4, свети, братень, живи. Ну, пожалуйста, просто... Ну да, окошко, слишком высокий получился. Батчатик, стой, дружок, постой. И светить его больше некому. Вот вам, кстати, ребята, карта. Я уже знаю, что светить его никто не будет. И получается, что мне делать остается. Но я думаю, даже отъезжать не буду туда в кусты, иначе просто потеряю время и не смогу еще хотя бы разочек отстреляться. Перевожусь на ИСа-3, нужно свестись, нанести какие-то повреждения. Вон уже к нам подкатываются. Так, давай, сту! Нет, скорее всего, нет. Нет, прямое попадание в задницу, но тем не менее нас все равно отправляют в ангар. Вот такой вот интересный бой для начала произошел. Короче, какие здесь мои ошибки? Да никаких, собственно, ошибок. Неплохо велась стрельба, неплохо ребята себе наши стояли вроде как, но все заканчивается одним и тем же, как правило, сливом, если эту точку, вот эту в квадрате К3 занимают, и все, больше там никуда не деться. И вот так вот будет с каждым, как с вот этим хэвиком. Поэтому надо ее как-то контрить. Как ее контрить, никто еще пока не придумал. Вы можете стать или вот сюда за коровник, или здесь возле мельницы. Но варианта нету, собственно. Надо туда нырять, надо их как-то выбивать, иначе они вас высветят, вражеская арта вас расстреляет. А если ты туда ныряешь, тебя просто с вот этих линий разбирают. Ну и, собственно, вариантов у тебя нет. Так, что ж там вопросы? Почему я полюбил артиллерию в игре? Артиллерия такой же класс техники, как и все другие. Она есть у нас в игре и никуда не девается. Хоть там трехэтажным матом ее плюйте, ничего мы не сделаем абсолютно. Она будет, есть, была и будет всегда. Артиллерию просто нельзя вывести из игры, так как... Ну куда ее выводить? Столько народу, вы, я лично сидели ее выкачивали. И тут получается под каким-то предлогом, якобы из-за того, что она кому-то не нравится, ее выводят из игры. Да ну, никогда такого не будет, ребят, успокойтесь, все нормально, никого не слушайте, радуйтесь жизни, радуйтесь игре, пришли себе, постреляли хорошенько, порадовались каждому бою и вышли с довольным лицом. Ну, собственно, смотрите, прошло там сколько? Сколько бой длился? Забыл я, где этот показатель, собственно, светится. Ну, мы 2600 тут успели настрелять за этот маленький промежуток времени, думаю, довольно неплохо. Так, какие там вопросики? Замена 40 тонн пришла. Да, ребятки, скоро будет водолазка, скакалка, все будет при нас. Почему тебе нравится играть на арте? На арте, ребята, я уже все ответил. Пойдем в следующий бой, пока он будет прогружаться, я буду читать ваши комментики. Какую арту качать новичку? Ну, наверное, один из таких самых популярных вопросов. Какую арту? Во-первых, нужно обратиться к тому, какая же артиллерия есть у предшественников. То есть, ну, что тебе придется из всего этого какашеньки из этой всей пройти, чтобы добраться до топа, который хоть что-то может делать. На самом деле, я очень давно не помню, что там было уже на 8, 7, 9 уровнях. Абсолютно не знаю, что там происходит, потому... посоветовать как такого не могу. В зависимости, какие у вас цели. Хотите добраться до топовой десяточки, берите себе, качайте там вот. Посмотрите гайдики, например, мои, и выбирайте ту десятку, которая вам больше нравится. Но если у вас цель там остановиться на какой-то 7, 8, 9, ничего не могу сказать абсолютно. Нужно туда опять нырять, опять узнавать, что же там происходит, ничего больше. Потому качайте то, что вам больше нравится. Объект 261 однозначно лидер, он вне конкуренции. Как тут ни крути, если десятку вы будете выбирать, то выбирайте именно его. Так, у нас тем временем уже карта Мураванка, мы тут запрыгнули куда-то в лес. В общем, я всегда сюда еду, вариантов никаких нету, ничего не изменилось. Первичный засвет главное поймать, он, как правило, происходит вот здесь, где ВЗ-131, но я не успеваю этого делать, к сожалению. И он отправляется куда-то там в лес. Да и по ЛТшкам сейчас стрелять не самое благополучное занятие и желание этого делать. Поэтому ждем чего-нибудь еще, видите, наши сбунтовались, вот здесь стоят, не зря карту будут переделать, потому что здесь кто-то...
кто-то становится в квадрате А2, начинает всех высвечивать, и варианта просто никакого их оттуда достать. В общем, вообще никакого. То есть наших отсюда спокойно выбивать. Единственный лучший вариант — это ехать вот сюда, пускать вот этот ЛТшку, как я уже рассказывал, по краю леса. Она здесь всех высвечивает, а наши одним таким серьезным залпом всех оттуда выбивают. Ну, другого варианта нет. Моя же ситуация здесь очень простая, нужно ждать света и всех расстрелять. И посмотрите на баланс, разработчики умеют играть в наши в баланс, смотрите сколько ПТшек, сколько этого всего здесь стоит и кто на них поедет. Ну, я сомневаюсь, что хоть кто-то на них поедет. Так, Фошек первый. Первый, сейчас мы посмотрим, что он будет, как он будет светиться, будет, не будет. Но я думаю, он опять захочет вернуться на свою позицию. И мы чуть-чуть перетянем наше орудие. Да, прямое попадание, замечательно, без засвета, то, что надо. То, как нас. Сразу откатываемся. Мураванка очень-очень опасная карта. Здесь постоянно кто-то тебя пасет. Расстояние маленькое. Все знают, где ты стоишь. Кроме леса практически негде стать. Поэтому арта будет за вами смотреть всегда и везде. Но лучше на нее время не терять. Сейчас не то время. Только если как засвета нигде нету, ничего нигде не происходит, тогда можете этим делом, собственно, заняться. Никак иначе. Так, из 4. А ну-ка, есть контакт. Два попадания у нас уже оформлено. Переезжаем сразу же. Не нужно ждать, пока там снаряд долетит, иначе, ну, вы знаете, чем это все закончится. Желание огромное досмотреть, как это будет, как же ему там залетит на фул дымашку, но жмите сразу кнопку вперед, иначе ничего не будет, ничего. Так, Фошек, надо что-то с тобой решать, ты там уже надоел мусолить. А ну-ка, 62-очка, давай вперед, вперед, аккуратненько его подсвет... Оп, оп, а вот этот парень поинтереснее будет, он потом ко мне еще приедет. Так, ладно, надо кого-то выбирать, иначе мы так будем определяться до посинения, а уже закончится бой на этом. Есть контакт, минус 2, откатываемся. И видите, да, что происходит? То есть все говорят, что проблема в арте. На самом деле сейчас две артиллерии и вон сколько этих ПТ, сколько их ПТ, как с ними бороться. Все говорят, мы стоим из-за арты. Какая тут проблема в арте, вон Яга стоит на 1000 всем вкидывает, кто на нее хочет ехать? Она спокойно прицеливается, в силуэт попадает, а арте же нужно зарядиться за 28 секунд, потом взять упреждение, свестись. Но вы сами понимаете, и вот опять мы без засвета, слава богу, как-то прокинули. Ну, просто рассчитываешь немножечко время полета снаряда и ребятки отправляют в ангар. Кстати, напишите мне там по музыке, а то я не знаю, насколько сильно громко ее слышно. Может быть громко, может нет, может кому-то мешает. Будем ориентироваться на общее, так сказать, мнение и будем что-то править. Так, наконец эти ребята начали двигаться, сейчас мы кого-то из них встретим. Так, Хэви, Хэви, я думаю, ты у нас наглый парень, останавливаться не будешь, и он все-таки остановился, подлец. А так было бы прямое попадание. Если хотите, задайте пару вопросов о модах, я знаю, что это будет. Почему ты не используешь XVM? Ну, и на это есть ответ. Если будет интересно, всем обязательно расскажу. Так, и тем временем, опять пол команды нету. Хотя, практически каждый выстрел наш был с уроном. И мы его загоняли вовремя. Так, объедочек. Ой, хорошо. Ой, братюнь, постой, братюнь. Так, куда ж ты будешь двигаться? Свет сюда, ребятки. Вот единственный мод, который помогает всегда, это радиальное меню. Клацаешь Z, свет сюда, и ребятки его уже светят и оформляют. Так, разворачивается, как раз у нас есть время. По прямой попадание с пожаром смотрим, переезжаем, огнетушитель голдовый. Жаль, очень жаль. Советского парня могли успешно затушевать. Откатываемся опять назад. Тем временем у нас засвечивается еще две ПТ, которые почувствовали свою силу, хотят выехать здесь. Кого же выбирать? ФВ или Ягу? Ягу не пробьем 100%, но она здесь первая, она едет. Тот ушел из-за света. Свет сюда, братеньки. Ну, давайте, мне не надо добивать этого шотного парниху. Так. А ну-ка вот сюда, давай. Есть. 482. Тьфу ты, такой урон. На бате, я что, на бате, чтобы такой урон выбивать? И вот смотрите, ну допустим, было бы нас сейчас там три какие-то СТшки. Думаете, шансы на затащить бой были бы гораздо выше? Ну, почему-то я в этом крайне сомневаюсь. Но я знаю одно, если будут наши ребята грамотно светить, это все будет длиться довольно-таки долго, чтобы я успел отстреливаться и перезаряжаться как можно больше раз. Мы стоп, ну вот сейчас мой фейл.
мы 100% могли бы победить в этом бою, а СТ-шками никогда этого не получится. То есть одна артиллерия во взводе, которая может вас прикрывать по всей карте, это божественно, это действительно божественно. Поначалу мои совзводные на меня гнали трехэтажным матом: вот артиллерия, как же ты ее берешь, мы из-за тебя проигрываем, будь ты на СТ-шке, сейчас бы от башенки там где-то потанковал, третье, десятое. Но, ребятки, я вам говорю точно, половина боев, которая проходила реально с артой, она вытаскивалась. Именно с артой. Так, тем временем, два промаха, но они ничего, по сути, уже не решают. К нам едут тяжи, я думаю, пора заряжать бронебойный снаряд, это то, о чем я говорил. Сейчас один из них рано или поздно к нам подъедет. Сетку натягиваем, нет, мы не успеваем. 69-ка уже здесь, уже она вскакивает в наш лес и сейчас меня будет принимать. И по-прежнему, смотрите, она по-прежнему у меня не 56, 55, все, я засветился. Вот только сейчас. То есть вот вам сетка. Почему я вожу ее, а не какую-то там просветленную оптику и так далее. Вот такие вот дела. Пока будем досматривать, почитаю ваши комментарии. Зрителей буду обязательно брать во второй половине стрима. То есть через 45 минут готовьте ваши микрофоны, и мы будем кататься. Или же берете артиллерию любого уровня, ну, конечно, не любого, от 7 и выше. Или же берете какую-то ЛТшку, которая будет помогать мне в бою. Никак иначе. То есть и голосовую связь. Настраивайте это все, чтобы у вас ничего не репело. Возраст абсолютно не имеет значения. Всех вас хочу видеть, хочу слышать. Потому будет довольно-таки интересно. Так, читаю ваши вопросики. Почему играю без модов? Вот как раз пришел этот вопрос. Ну, вообще мы начинали еще в далеком прошлом, когда этих модов близко не было. Там, не знаю, что там было. Может быть, прицелы были. Точно. Кажется, прицелы только были. И, в общем, найти их было сложно. Их постоянно как-то пытались адаптировать. Ой, беда это все была. В общем, отказывались мы от модов, да и не было их толком. И сейчас пошла вот эта тенденция, что нужно играть с модами. Это все интересно. И как-то я попытался создать сам себе вот таким вот искусственным образом больше проблем и сложностей в игре. Ну, неприятно. С XVM ты настолько расслабляешься, он тебе показывает все вокруг, всю карту, ты знаешь, где там кто был. Раньше помню, был какой-то из патчей, то ли 0.8.9, там XVM не успели адаптировать. Так вот, как раз в это время мы заходим в бой, буквально первые пару боев, но XVM не работал, может, порядка нескольких дней. И ты ездишь, я не понимаю, что происходит. Во-первых, значит, оленемер ни у кого не работает. То есть меня меньше стали фокусить, это уже плюс. Никто не видит там ники всем, ну вы сами понимаете, читать каждый ник, искать там какого-то Никитоса или Джова, абсолютно неинтересно. И я понимаю одно, что все превратились в каких-то таких слепых котят. Как? Ну вот раньше все мне моргали, вот он здесь, едь сюда. Хотя я по памяти знал, что он там. То есть без XVM привыкли играть, знали прекрасно, что там кто-то есть. И вот ребятки как раз играли как слепые котята, всех было расстреливать божественно. Никто ничего не видит, едут куда попало, никто ничего не запоминает. Пытаются смотреть на карту, а цели-то пропадают навечно. Ну вы сами понимаете, о чем я. Так, качаю это 92, вкачал М12, играл на М44, фанился, но вкачал М12, но понял, как на ней играть. Снаряд летит как-то не так, как на М44, как на ней кидать снаряд. На самом деле, вот по поводу кидания снарядов. Сейчас каждая артиллерия имела свое преимущество вот в траектории полета снаряда. Например, Conqueror Gun Carriage, он спокойно там становится себе где-то на дальних расстояниях. Чем дальше ты стоишь, тем лучше траектория вот этого полета снаряда, и ты успешно себе накидываешь. Как же кидать на М12 или... Да, я на самом деле не помню. Я знаю, как нужно кидать на каждой практически артиллерии. По крайней мере, на всех топовых я знаю, как это происходит. То есть все зависит от грунта, от того, как далеко от тебя цель. Стоишь ты выше нее, ниже нее. Это нужно делать реально отдельное видео, чтобы рассказать эту всю систему, показать это все никак иначе. То есть объяснить это вот так на пальцах явно не получится, ребята. Нужно этим заниматься, нужно это показывать конкретно в конкретной ситуации. Одного какого-то волшебного пинка или какой-то волшебной там таблеточки, этого ничего нету. Это очень жаль, что так. Да может быть и не жаль, поскольку так гораздо интереснее. Итак, что же у нас здесь? Карта Монастырь. Мы сразу занимаем позицию, как я вам рассказывал, в квадрате К.
что это там, 5К5, да, в квадрате К5, дабы прострелить центр. Ну, в общем, мы отсюда кроем целых три направления. И отсюда мы можем убежать как в левую сторону, так и в правую. Как вы видели, сейчас успешно прострелили там этот кишку вот эту. И тут засветился у нас, кто там, 50Б? А, 50Б засветился, и мы ему сейчас подгадаем. То есть я простреливаю все, я вижу все направления. И смотрите, какой замечательный у нас малюсенький эллипс. Садишься на Т-92 или на ганкэрич, да тфу! Тфу на эту арту. Не хочу на ней играть. 46 секунд, можно реально идти пить чай. Здесь стрельнул, пока туда-сюда, 10 секунд уже прошло. Смотришь, там еще 20, ты уже свелся и готов стрелять. То есть постоянно экшен, экшен, интересно. Не сидишь там, ковыряешься в носу, а что-то делаешь. Это вот в этом плюс. Итак, кто тут у нас? ИСУ стоит. Может быть, уже не будет сейчас стоять? Нет, к сожалению, недолет. Очень жаль. Сразу отъезжаем, ребята. Сразу же назад. Карта опять же опасна. Я вам покажу, где нельзя отъезжать. И давайте посчитаем, сколько раз нас за сегодня уничтожат буквально по трассеру. Я думаю, этого произойдет, может быть, один раз. В лучшем случае. В лучшем. И то там, где я не буду переезжать. И даже сейчас, когда мы переезжали на мураванке, ни разу никто не стрельнул. То есть ни одного падения там, хотя бы кто-то постарался. Никто этого не делает. Все привыкли, что артиллерия уже не та. Ее не так боятся. Даже после засвета ничего такого не происходит, как правило. Так, ИСУ отправляется у нас сразу же в ангарчик. Так, чувствую, левый фланг будет продавлен, потому нужно заранее готовиться, нужно становиться за кусты, чтобы неожиданно эти ребята к нам не выехали тут на балкон и не отправили меня в ангар. Зачем мне это надо? Я хочу играть, хочу получать удовольствие. Кто там у нас едет? 50Б, блин. Откатываемся назад, всегда смотрим по прострелам, там, траектории полета снаряда. То есть, если есть прострельчик, вот как раз он есть, но нам мешает вот эта гора. То есть, я стараюсь как можно дальше назад откатиться, и вот, ну, то есть, это мой предел, и отсюда я хоть как-то смогу ему накидывать. Если они чуть вперед проедут, будет то, что надо. Так, 50Б, 2, 50Б, это же целых 3000 урона здесь катаются. Блин, жалко, 62-ку заберут раньше времени, и никто их потом не будет светить. Но я чувствую, сейчас кто-то сделает ошибку. Вперед, вперед, друзья! Давай, 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 давай. Давай, малыши, давайте, ребятки. Рано, 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 да. Надо было чуть правее взять. Чуть правее. И уходим. Все, сразу же смотрим на карту и уходим. То есть карта — это мои вторые глаза. Я на артиллерии могу пить чаечек, просто смотреть на карту, перезаряжаться, и все буду знать. Все абсолютно. Тренируем нашу память, чтобы никто нас не обошел внезапно. Уезжаем сюда подальше, в правый край. То есть отсюда уже деваться некуда, если ехать только по кишке. Ищем побыстрее какой-то куст. Неважно, что мы там не отстреливаемся пока что. Нам нужно сохранить себя. Наша задница гораздо важнее, чем любого из союзников. Ну, по крайней мере, если вы приносите пользу своей команде. Бата мы здесь не прострелим. То есть если мы сами себя не защитим, ни на кого нельзя рассчитывать. Ни на кого, только на самого себя. Никогда наши союзники нас с вами не спасут. Так, бат, 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 акробат, лови снаряд. И есть, 722, жаль, в гусенице сожрали урон, пробитие не произошло. И теперь самое главное, нам отбить как-то вот этот балкон. Иначе ребята просто оттуда сейчас скатятся и начнут подъезжать ко мне все выше и выше. И откуда я по ним смогу стрелять потом? Только где-то вот с вот этих квадратов, никак ближе. И это очень печально, очень печально. Надо быстро по ним отработать, иначе все. Рано или поздно они просто спустятся. 4, 3, 2, где мы тебя простреливаем? Здесь. Не спускайся там, подлец! Давай, дружок, давай. И пропал. Вот, вот вам наши союзники. Они не хотят светить. Ребятушки, давайте, ну сделайте что-то полезное. Поедьте хоть кто-нибудь, посвети здесь. Посветите. Мы же отправимся сейчас все в ангар. Вот что мне делать? Вот скажите, ребят, вот что в этой ситуации делать? Куда мне двигаться? Я стою отлично, то есть позиция шикарная. Меня защищает вот эта гора от засвета, от прострела, от всего вообще. Но нету света. Они не понимают, что иногда арта реально подтащить может любой бой. И тут бат. Отлично. Так, подкрученный регулятор, про него не забываем. Сразу же его включаю. И есть контакт. Вот за что я люблю 261, за его углы склонения орудия. Минус 3 градуса. Если бы был тут на Т-92, ой, даже думать не хочу. Если попадешь, конечно, 1000 урона гарантированно, но это так сложно сделать. Братюнька, подымись наверх! Подымись! Пишем ему. Подымись! Братюнька, отвлеки его, хоть чуть-чуть. Кажись, я встрял. А ну-ка, назад. Ну, сейчас или пан, или пропал. Приближаю по максимуму, чтобы примерно создать
условия снайперского прицела, ну, чтобы чем как можно менее активен был мой, ну, менее чувствительный был прицел, чтобы я спокойненько им мог переводить левее, правее, аккуратненько это все делать, и справа меня, скорее всего, сейчас засветят, но сетка пока работает, шевелиться я не хочу. Братюнька, давай, 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 давай. Есть контакт. Два раза мы еще успели отстреляться, и это наш, кажись, наш коронный выход. И умираем мы последним. Назад, назад! Если 50Б еще там будет телиться, мы что-то успеем. Пошел вон! Ты сюда не хочешь ехать. Ты не хочешь сюда ехать. Вафля. А-а-а-а! Вот жаль. 3300 урона. Кажись, без засвета мы не попадали. Но что-то есть. Получается, в принципе, хорошо. Думал, будет хуже, но идет очень неплохо. Я рад. Нас уже, кстати, 500 человек. Ребятки, нас 500 человек. Это замечательно. Если так будет продолжаться всегда, я буду вам стримить хоть... каждую неделю. Каждый день это слишком. Но каждую неделю готов. Ну что, поехали в третий бой. Или какой это у нас уже по счету? Третий, да. То ли третий, то ли четвертый. Химмельсдорф, но начинается сложная полоса. И заметьте, посмотрите. Детонатор какой-то. В общем, там какие-то клановые ребята посадились на арту. И таким образом отсеивают мою самую интересную позицию на этой карте. Это квадрат А0. Я не хочу туда ехать. Они меня сейчас просто там расстреляют. Что делать? Что делать? Встать на центре? Ждать? Надеяться, что какой-то 1390 мне сейчас подсветит. Ну давайте попробуем. 1390, поехай ты по центру. Свет дай. И все, это самое главное. Так, вопросики. Будет ли нерф ФВ-304? Завтра, ребята, у меня видео по ФВ-304 будет выходить. Там просто божественный бой. Отыграл, затащил лично сам против троих в конце. Еще и захват базы. В общем, просто замечательно. И все о ней расскажу. Все абсолютно о ней расскажу. Эта машинка блестящая. Просто блестящая. Нужно катать, фаниться, пока есть время. Пока этот аппарат еще доставляет столько эмоций, сколько доставляла раньше артиллерия. Всех вообще уровней. Всех. Начиная от Буратино, 212. И так далее и тому подобного. Сейчас этого, к сожалению, у нас отобрали. Вот остался один 261. Только никому не говорите. И то его понерфят тоже сейчас. Так, становимся мы здесь на железку. Ну, вариантов нет, у меня будут пасти на нолике. Становлюсь здесь и понадеемся, что хоть кого-то мы успеем накинуть. Ну, тут максимум, максимум, который можно, в принципе, выбить, это, ну, 2000 урона. 2, ну, 3, и то с той стороны. С этой все гораздо хуже. Это так, если кто-то там вылезет на длину, куда-то высадится, мы что-то с ним сделаем. Вот тебя бы, братишка, прострелить. Вот, смотри, тут есть шанс. А ну-ка, если бы он, конечно, постоял. Очень жаль. Во, Су-122-44. Попробуем. Хоть что-то надо сделать. Хоть что-то. Надо помочь своей команде затащить этот бой. Один любой выстрел, одна какая-то крупиночка, она может нам помочь с вами, ребята. Не только нам, всем вообще в этом бою она может помочь. Поднять как настрой, так и все остальное. Ну, надеюсь, у кого что стоит, конечно, но... будем надеяться, что хоть как-то мы этим ребяткам поможем. Итак, Епись, а ну куда ты там поехал? Вот это единственное, считайте, преимущество этой точки, это прострел горы. Так, 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 416. Надеемся, нас не палят. Надеюсь, они стоят как-то так, что нас не палят, иначе сейчас мы отправимся куда-то очень далеко и глубоко. Опять откатываемся назад, стоять нельзя, и теперь уже вот сейчас я нахожусь хоть в каком-то сейве. Раньше нет, раньше был как раз на простреле, а вот сейчас в сейве. Гора наша хоть что-то радует, оттуда нас не будут высвечивать, никак не обойдут очень быстро. И надеюсь, наша ЛТшка там поживет на железке вот здесь подольше, иначе, ну вы сами понимаете, рано или поздно эти братушанчики к нам приедут и начнут нас отправлять уже в ангар. Так, ВТшка, не простреливаем, но я думаю, пора двигаться за ЛТ, иначе другого выхода я для себя не вижу. Надо ехать по железке, надо добираться вот туда, куда-то на F-линию. И начинать отрабатывать по центру Химмельсдорфа. Скучно тут, скучно и беспощадно. Нам просто некуда деваться. Так, попростреливаем, нет? О, отлично, стоять! 1600 урона, стоять, ты моя! Стоять, братенька. Давай. Не будем его троллить, не будем палить нашу контору. Ты стой, главное. Стой, я почти готов. Я почти. Вот оно. Ну, давай. Еее!
Обожаю этих вафентрагеров, как же я их люблю. Зачем их нерфить? Их можно вот так вот замечательно из артиллерии настреливать. Считайте, спас наш бой. 2000 урона в копилочку пришло. Хорошо, осталось найти этих двух артобратов и ФВХу, которые взводные, еще из одного клана. Ах, вот они прячутся. Вот видите, как непросто догадаться, где стоит вражеская нормальная, подчеркну, артиллерия. Потому что все остальные бы стояли где-то здесь, как, знаете, такие медвежонки, которые поскладывали свои лапки и уже ждут, когда к ним приедут, и, ну, вы сами понимаете. Так, ГВЕ спрятался, молодец, уважаю. Встал за какой-то домик. И вот. Нет, поспешил. Надо было до конца довести, хоть что-то да получилось бы. И бат там, смотрите, пытается вогнать 1390 хотя бы один снаряд. Статка-то падает, статка падает, братюнь. Не дай ему 90-ик. Давай, вали его. Вали его. Кажись, 90-ик пустой. Так, быстро спрячемся, сейчас мы ему сделаем. Попалились. 3 секунды. Да нет, тебе ничего не светит, братюнь. У тебя башня поворачивается слишком долго. Сейчас мы тебе ковырнем. Нет, кажись, он мне. Сучок. Не вышло, зараза. Хотел на стриме, как папка, стрельнуть с разворота, но, увы. И ФВХ по моему опыту также поддалась, но у нее ничего не получилось. Давай, 90-ик, заканчивай эту. Опачки! Видали, да? Вот вам арта. Вот арта на близком расстоянии. Хоть иногда, но такое случается. ФВшечка, кто там его заберет сегодня? Т-110-5? У него может быть еще один снаряд. Да, все, теперь он пустой. Теперь можно его отправлять в ангар. Прострелить бы где-то там, но я не успею. Подожди, ребята промахнулись? 13, Т-30 промахнулся с этого близкого расстояния? Бог ты мой, что происходит? Вот это да. Красота, хороший бой. На Химках весело иногда получается. Тут бронебойчики можно покидать, но с той стороны, к сожалению. Так, пора пару вопросиков прочитать. На этой карте хорошо можно сделать дымаг. Да, на Химках можно сделать, но я предпочитаю ту сторону или чего-то не знаю, потому скидывайте ваши реплеи с лучшими позициями для арты в нашу группу. Группу можно найти, да везде можно найти, вон в описании под видео есть всегда. Так, что там дальше? Вебку. Во, кстати, насчет вебки, да почти все готово с ней. Сейчас я результатики включу, а то так я и не понял, что там у нас получилось. Посмотрим, что... 2156, ну, в принципе, как я и говорил, пару удачных выстрелов, туда-сюда бронебойчку кинул, и порядок. В принципе, мы тут даже где-то, вот, на 4-м месте. Я считаю, для Хима... А, нет, это не... Вот по урону. Ну, подумайте там, на каком, на 6-м, 7-м, 6-м месте. Нормально, пойдет. Поехали дальше, пока грузимся, буду читать. Не понял вопрос. Никитос, вы говорите, не хочу играть за арту, значит, вы за вывод этого класса техники из игры. Ни в коем случае. Вы что? Артиллерия для меня это вообще прелестный класс, который позволяет не только разнообразить игру. Ну вот представьте, вы будете каждый день катать и расстреливать друг друга вот на танках. Я понимаю, да, вам не будет там иногда прилетать сверху, это все нас злит, расстраивает, убивает наши нервные клетки. Но все-таки, какой же фан просто покататься, сделать много и еще и сделать это с артой. Это же так интересно, по крайней мере для меня. Для меня это большое разнообразие, большой кайф, я... Кайфую, когда играю с артой. Понятное дело, нужно иногда от нее отдыхать, потому ее сейчас и попадается, собственно, там, иногда 3 в бою, иногда 1, иногда ты играешь 5 боев, особенно с утра, я почему-то замечаю, вообще без арты. То есть, неужели вам 5 боев мало? Покатал себе без арты, потом разочек попал с артой, гоняешь с ней. Так вы посмотрите, сколько еще ребят в нашу игру могут поддерживать, которые любят этот класс. Они заходят играть именно на арте, и это круто. Я считаю это круто, действительно. То есть, намного больше тактических действий. Просто научитесь на нескольких из них играть, начинайте практиковать пару СТ-шек во взводе и одной артиллерии, вы поймете, к чему это может привести. Вот вы видели только что, против нас был целый клан, то есть действительно топ-100 там игроков, топ-100 кланов он входит, и там 2 человека были на арте. Почему так? Да все просто, потому что они понимают ее фишку и понимают, что она может что-то сделать. Или ребятам по фану, ну на батчате, например, батчат для меня не совсем подходит. Почему? Ну потому что у него маленький урон, как по мне. То есть мой кайф в том заключается, в пробитии. Я хочу вот пробить и увидеть там 2000 урона. Вот это меня задорит. Я хочу забрать целый танк. А на батчете, да, можно успешно, красиво наносить удар за ударом, но это не принесет вот этого должного эффекта, который, собственно, мы
ждем, мы жаждем получить вот этот взрыв, когда ты разрываешь кому-то там чердак на 2000 урона. Вот это замечательно. Так, следующий вопросик, пока мы тут заряжаемся. Не успеваю все, ребята, говорить, не успеваю, ничего. Буду пытаться, буду настраивать себя и на следующие стримы. То есть мы сейчас попали, что там у нас, линия Зигфрида. Я поехал на квадрат А1, поскольку отсюда хоть как-то этот город простреливается. И вот стараюсь хоть что-то тут сделать. Все-таки не так-то просто. Уже вторая городская карта, это не лучший вариант. Так, Лорик, да! Да, обожаю лориков. Это моя любимая цель. Наверное, после вафли, конечно. После вафли, да, любимая. У него все-таки прочности несколько меньше. Ну и потому у него не так интересно стрелять, как вы уже сообразили с моей речи. Так, ФВ-304. Не, ребят, сегодня ФВ-304 у нас не будет. Оно будет завтра и в следующих стримах. Если уж слишком будет вот такая популярность видео, как сейчас, я чувствую, начну качать арту, ребята, вы доведете меня. Буду качать и британцев, кого я только не буду качать. И вот еще один ваншот. Ребят, да я вас с вами вообще сегодня в ударе. На самом деле очень приятно, очень хорошо идет, я доволен, невероятно доволен. Не знаю, я ожидал, что сейчас будут руки ходить ходуном, как это всегда зачастую бывает, перед какими-то публичными выступлениями, событиями, а тут, ух... Прямо жара. Флеха, ты больше выстрела не сделаешь. Я тебе обещаю. Стоять. Но не уйдешь. Ну, хотя бы так. Хоть остановил, и то хорошо. Ну, смотрите, там что-то вообще невероятное происходит в этом городе. Я хоть пытаюсь отъезжать. Да, в принципе, меня здесь никто не возьмет. Я отъезжаю так, на этой карте для галочки. Но все-таки я советую это делать всегда. Иначе рано или поздно вас отправят в ангар. Кстати, про вебку вообще начал и что-то забыл говорить. Вебку обязательно, уже все готово. Но я как-то пока не готов. Хочу посмотреть, как у меня будет происходить вот так. Буду максимально открытым с вами. Все для вас. Исключительно для вас. Я получаю от этого также много удовольствия. Но все-таки стримы для вас. Для ваших вопросов, сообщений, на которые я просто не успеваю ответить. Все-таки поток народа растет, и все хотят от меня услышать какой-то советик, что-то такое интересное. Понятное дело, у нас не миллион подписчиков, но они есть, и что-то получается. Так, вебка будет, но не в этом стриме. Не в этом, но будет, обязательно. Хорошо, хорошо работает, все с ней cool. И вот смотрите, опять, ну, я банально ничего не успеваю сделать. Но приятно хоть, есть одна хоть радость, что на арте я не парюсь, кто там против меня стоит, кого там забалансило. Я себе спокойненько отрабатываю по любой цели, которая засветилась. Переезжаю себе и отрабатываю, переезжаю и отрабатываю. Что здесь делать, я даже не знаю. Ну, то есть, вот мое дерево, вот это мое счастье. Мое счастье на данную секунду. Становлюсь за ним, и другого варианта у меня нет. То есть меня сейчас засветят и отправят в ангар. Остается только что продаться как можно дороже. Ну давайте мне Е50 хотя бы подсветите. Ну ребятки, хотя бы его, дайте что-нибудь укусить. Не заставляйте меня переводиться. Придется переводиться. Придется становиться здесь. Быстро надо натягивать сетку, быстрее. Чем быстрее, тем лучше. И все-таки... Да, меня не видно, отлично. Здесь гора. Вот Т-30, может быть, поддастся ваншоту. Сейчас мы проверим это. Последний наш выстрел на сегодня, я думаю. Не на сегодня, нет, и у меня углов не хватает. Вот, кстати, один из моментов, когда Т-261 является не лучшей артой. Ну все, тогда придется ждать этого бата прямо здесь. Как же ты поедешь, братюнь? Да, ты поедешь прямо мне на ствол. На! А-а-а, мимо! Собака. Ну ладно. Отправляемся в ангар. Вот так мы прошли еще один боек. Хорошо, мне нравится. Еще 26-27 минут мы так постримим. И начну вас набирать интересных, с хорошими вопросами. Но вы сами понимаете. Так, результатики. Что мы там набили за 3800 урона на секундочку? То есть это уже четвертый бой с довольно стабильным результатом. Ну, если бы мы не умирали, арта явно вышла бы в плюс. А так все довольно успешно. Кого-то там наконтузили. Вот, по ФВшке, кстати, сколько? 3 целых... Ну, наводчика выбили сплэшем. Довольно неплохо. Хоть что-то, ну, сделали полезное. А что наша команда сделала? Ну, вы сами понимаете. То есть, вины как таковой моей здесь нет. Поехали дальше и читаем вопросики. Никитос, скажи, пожалуйста, какая, по твоему мнению, самая фановая арта в игре? Самая фановая арта в игре ФВ-304. Вообще, качаешь, 6 уровень поднимается моментально, за свободный проходишь, ну, до 4 уровня, а с бишопа начинаешь уже познавать, что такое мортирная траектория полета снаряда. Божественная арта.
может все. Может танковать, может летать по полю боя со скоростью света, как ЛТ, может сама себе светить, может отстреливаться в ПТ-режиме, может накидывать за препятствия хоть на какой карте, хоть на Руинберге, хоть на Харькове. Харьков вообще самая ужасная карта, я считаю, для артиллерии на данный момент. Вы просите меня постоянно: покажи нам позицию на Харькове. Я не знаю позиции на Харькове, так же, как и вы, потому что там негде стать. Дома такие большие, в два раза выше, чем здесь, вот такие дома. Как их перепрыгивать? Как их пристрельнуть вообще? Это невозможно, я не знаю, как это сделать. Потому, ребята, уж извините, это пока что для меня также закрытый, темный, дремучий лес. И туда я не могу залезть. И опять мы попадаем, заметьте, на городскую карту. Куда ехать? Ну, я могу остаться здесь. Могу где-то там вот стать, пытаться простреливать город бронебойкой там одной, второй. У меня их всего две, рассказывал уже почему. Или могу рискнуть. Могу рискнуть, я вижу всего лишь две СТ-шки. У нас есть гораздо больше интересных ребят. То есть вот клановые и еще там. Ну то есть у нас 5 СТ-шек. Потенциально мы чувствуем себя несколько лучше. Я рискую и еду на квадрат К0, с которого гораздо лучше смогу простреливать город. В частности вот эти вот зоны. И смогу простреливать аллею. То есть, если меня сейчас хорошенько так поддержат, все будет ок, то тогда мы здесь неплохо себя покажем и отстреляем. Что там парень писал? Ты же вроде гайды пишешь. Я в таких случаях оставляю маленькую улыбочку, и ребята сами разбираются. Так, заезжаем в этот кустик. Сейчас надо быстро занять эту позицию, встать, поставить нашу сеточку, включить ее и готовиться принимать вот этих вот ребят. Надеюсь, вы не против того, что я вожу мышкой по всей карте. Это просто дело привычки. Я знаю, что можно навести там тыкнуть правой кнопкой и сразу туда перевестись. Но я привык. Я привык чувствовать свою арту вот мышкой, ничем иначе. И Яг отъезжает. Это, кажется, первое попадание. Да, детка, с пожаром. Почему? Вот задам вам лично вопрос. Почему Яга 100 или Е100 пробиваются вот так гораздо лучше? То есть, вроде бы у них там невероятно толстая ВЛД. Но почему-то, если арта накидывает прямо в рубку спереди, или же на вот эту верхнюю часть, даже под огромным диким наклоном, урон проходит гораздо лучше. Я не знаю, с чем это связано. Стреляешь по тому же 704-му там, или же ИСУ-7-му, 500 урона. 500 урона, 150 мм брони под углом. Но 500 урона, ребятки, я не знаю, с чем это связано. Вот так мы здесь стоим. Вот, кстати, я сейчас не переезжаю, это один из тех моментов, потому посмотрим, произойдет ли что-то со мной или нет. Переезжать просто некуда. И здесь опаснее переезжать, нежели этого не делать. Так, ФВ. Вот этого парня можно успешно даже шотнуть. Сейчас он остановится. Нет, он не хочет останавливать, потому мы выстрелим на ход ему. 495. Вот видите, британец даже. Британец его, казалось бы, картонной броней, а всосал урон и 440... Сколько там? 495 всего лишь. А немцу мы попали с его невероятной рубкой на огромное количество урона. Так, по этих мы не достаем. Здесь уже Яга поцеловал там Т-71, отправился в ангар. А кто у нас тут? Я не перевожусь. Пытаюсь просто посмотреть. Но Хэвик раньше отъедет за угол, нежели я на него переведусь. Или же отправится в ангар. Вот видите, да? Как СТ-шки отработали. Просто замечательно. Вот вам клановые ребята. Неспроста же у них статка там, наверное, нормально. Неспроста же их в клан взяли вот такой. Потому смотрите, обращайте на это внимание. Иногда это покажет себя. Ну кто-нибудь... Ребята, ну я ж тут не просто так стою. Вот единственная наша цель, она очень сложно будет в него попасть. Здесь такой бугор. Если я через него хоть как-то перекину, это будет уже счастье. Пока дела не очень тут хорошо. Сейчас мы водички бахнем. Пока водички. К пивку я плохо отношусь. Так, Хэвик, а ну-ка давай. Хоть ты вылазь. Хоть кто-нибудь. Опять 61-й. 61-й это вообще отличная цель. Можно его ваншотнуть на раз, два, три, без проблем. Не забывайте писать вопросы, обязательно все озвучу и постараюсь, по крайней мере. И лучшие вопросы будут награждены пятихаткой золота, как уже говорил в самом начале. Так, Федя, врывается. Врывается, братюнь, лови! Чуть-чуть он сменил свою траекторию езды, так сказать. Траекторию свою сменил, подлец. И мне кажется, что аллея здесь будет проиграна. Всего лишь из-за Хэвика. Все остальные ничего из себя не представляют. Но вот Хэвик, он доставляет здесь много неудобств. Если нам удастся его хорошенько сейчас подловить как раз. Вот он, поворачивай. 5 секунд. Не успеваю. Никак не успеваю. Свожусь ему, видите, на заднюю часть. Не на башню, чтобы там снаряд перелетел. Но вот сейчас я раканул. Скорее не я, а из-за того, что его поставили на гусеницу. Получается, я немного перевел прицел левее. В общем, фейл на фейле.
Из-за этого выстрела мы как раз можем отправиться в ангар сейчас. Беда. Ужасно получилось все. Видите, всего лишь один какой-то выстрел, и все, ребята, все. Это арта. Это арта, которая должна наносить повреждения. Если кто-то из команды этого не делает, нужно другим дорабатывать. Кстати, есть вот этот модик, который показывает общее ХП команд. Он, кстати, он очень полезен в таких делах. И сейчас я выбираю хэвика как основную цель, а не тапка. Сколько? Ну, он в принципе бесполезен. Все, я в засвете. Это место такое, которое не прощает ошибок. Мне накидывают стоять здесь. Бесполезно. Может быть, если там тапок зазевался, почесал себе левой рукой затылок, я успею отсюда свалить. Да, это происходит. Это получается. Ребята, мы уходим. Мы уходим. У нас есть еще шансы накидывать несколько раз. То мы никогда не сдаемся. До конца. Дожимать всех. Всех дожимать. Отходим быстро, подкрученный регулятор себе сразу же впихиваем и по газам отсюда, как можно дальше. Никуда не останавливаться, никуда не смотреть, не отстреливаться, только вперед. Никак они нас не догонят, я надеюсь, конечно. Не, тапок, иди в задницу, я не хочу умирать. Я хочу помочь своей команде. Братюньки смотрят, нужно помочь своей команде. Стоп, стоп, ты меня не видел. Ты меня не видел. Да, не видит пока. Вот вам маскировка 261. Она не лучшая, конечно, но она есть. Уходим за угол. Есть контакт. Что делать дальше? Вот что делать? Остаться здесь, но не вариант. То есть, понятное дело, мог бы остаться, но кто мне будет светить? Да никто. Я зависим от своей команды. Нужно валить. Нужно валить как можно дальше, пытаться уже работать в ПТ-режиме вместе с нашими братейками. Вон, по Яге какой-то даже. Может быть, у нас сейчас получится это сделать, или он нас сейчас убьет. Так, 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 пока он не сводится на меня, не сводится или сводится, но я попробую, не получилось. И он попадает в рикошет, 61-й выезжает, сзади уже тапок нас подживает, уже берут базу. В общем, единственная цель моя, оставшаяся здесь, это успеть зарядиться и отстреляться по кому-нибудь, пока этот парень еще... Пока у меня есть шанс. 7 секунд. 7 секунд, 55 хп. Отъезжаем так, чтобы рентгеном нас не засветили. Для врага это была неожиданность. Готовимся. Ну! Выстрел-то успели. А, он проехал наши усы. Подлец. 2 секунды, ребят. 2 секунды забрали у нас, скорее всего, полторушку урона. Беда, печаль. Что там по результатам? 2800, опять городская карта. В принципе, неплохо, неплохо. Но можно лучше. На Руинберге можно всегда лучше. Специальный запас для вас серебра, чтобы мы тут не торчали, не думали, где нам взять на льве серебра. В общем, вы понимаете, о чем я. Так, пока комментарий. Смотрим, что здесь у нас. Требую гайд по карте Харьков. Не, Ольга Томас. Нет, к сожалению, я пока не готов. Не готов. Так, что там дальше? Будут ли новые арты? То есть японские или китайские, или будут апать? Ребят, я не знаю, но разработчики говорили, что да, что будет у нас две новые ветки. Это как китайская, так и японская артиллерия, которые что-то да должны принести новое. Иначе, ну кто их будет качать? Что-то должно быть там особенное. Я думаю, это будет или задний ход, чего пока нам толком так и не показали. То есть будет скорость назад гораздо выше, чем вперед, или же будет одинаково в обеих сторон, или же будут там какие-то невероятные углы. В общем, даже представлять не хочу, я даже не знаю, как они из этой ситуации выкрутятся, но что-то должны да придумать. Так, что там у нас дальше? Какой у тебя процент побед? Процент побед у меня всего лишь, ну вот, моя статистика. Надеюсь, больше мы сюда возвращаться не будем. Быстренько прогляните, потом запись стрима посмотрите еще раз. Пока начинаем, буду читать дальше комментарии. Ребят, вы повторяйте свои комменты, если действительно интересный вопрос, хочется его озвучить, но листать просто не успеваю. Все-таки тачпад, и надо как-то это делать по-особенному. Не успеваю, ребят, не успеваю. Будут ли в будущем новые ветки? Это мы уже озвучили. Можно ли, самый интересный комментарий, можно ли сравнить класс Артсау с классом снайпера в других играх, как CS или Call of Duty? Ну не знаю, кому-то ближе может быть как снайпер, но все-таки мы не бьем в цель. Вот вам и разница. Мы не можем бить прямо в яблочко и как-то там радоваться урону стопроцентному. Тут такого нету. Тут есть разброс, который разработчики вели, забалансили таким образом технику, и с ним ничего не поделаешь. Нужно мириться, как-то его нивелировать.
Если на 2.6.1 с этим проблем почти нет, то на T92 и Conqueror Concourage это беда. Там ничего не придумаешь. Там или ты попадаешь, или же снаряд идет в сплэш, или он летит черт пойми куда. В общем, не люблю артиллерию, которая нестабильна. Вот эта стабильная, она, вот вы видели сами. То есть, если я захотел, вернее не захотел, а правильно все сделал, то есть, если моей здесь ошибки нет, шанс промаха крайне мал. То есть, он высокий на большом расстоянии. Там, где круг выше, и, понятное дело, разброс больше. Никак иначе. А так, в основном же, все хорошо. И вот здесь у нас карта, тоже я не люблю. Виндсторм опять огромный, невероятно высокие дома в городе. Залажу как можно выше. Единственный мой шанс здесь нормально отработать, это по вот этой аллее. То есть, вот здесь кто будет и на центре. В город даже нечего смотреть, там все бесполезно. То есть, просто бесполезно. Становлюсь здесь, первый засвет. Кто у нас там? Лорик. Ой, Лорик, Лорик, как же я люблю Лоричек. А ну сюда, братюнь. Давай. Еще разок бы засветился ты. Вот здесь этого тяжа уже, видите, я знаю, что его не прострелил из-за того, что гора. То есть по рельефу ориентируюсь. И СТ-шку, скорее всего, еще что-то с ней получится сделать. Но Лорик такой интересный, я думаю, он должен еще раз допустить ошибку и вылезти вот сюда. Где ты, Лорик? Давай, братюнь. Давай, 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 ну. Не заставляй моих зрителей ждать, мы хотим ваншот. Во-во-во, так, кто здесь? Это СТ-1, также простреливаем. Ну ладно, надо что-то делать, надо делать, мы теряем время. И тяж уже, кажись, задницей к нам повернут. Кого выбирать? Вот кого выбирать в такой ситуации? Я не знаю. СТ-1 такой картонный тоже. А ну в ангар. 897, ну неплохой урон, неплохой. Тут 50-100 также уже почти в ангаре. Надеюсь, 50-102 он промахивается. Промахивает, придется его выручать, помогать. Отстреливать по нему еще и... Беда. Я не знаю, почему на этой карте все едут постоянно в город. По крайней мере, там неудобно. Это вам не Химмельсдорф. Там нужно как-то двигаться нестандартно, по каким-то лазейкам. В общем, мне это все дико не нравится. Вот аллея здесь гораздо более важна. То есть становишься сюда и отлично себе настреливаешь. Без всяких проблем. Видите, тем более, если аллейку продавит... то город не имеет никакого значения. Там уже все будут стоять, а наша база будет просто захвачена. И вернуться назад крайне сложно. Тут нужно или мосты переезжать, или выезжать именно по прямым, где вас все контрят. То есть, видите, тут прямая, здесь прямая. То есть, везде идут прямые линии, толком и не потанкуешь. В общем, неудобно, дико неудобно. Бат. Бат, постой на месте. Вот нужно считать, сколько раз он стрельнул. После того, как он стреляет 5 снарядов, явно он начнет куда-то резко двигаться, дергаться, и мы его уже упустим. И опять нужно переводиться, иначе я просто ничего не увижу. И здесь вафля. Ребята, сейчас может быть потенциально где-то 1800 урона, а то и 2. Надеемся, верим, что он поедет вперед. Но он этого не делает. Вот подлец. О! Ну, шанс! Не успели. Жадность. Жадность меня погубит. Е4, 50-100. Но тут Тартоса, ребята, вам просто так не проехать. Не проехать вам его. Главное не засветиться. Откачусь-ка я назад. Смотрим. СТ-1 опять за этим камнем долбится. Ничего с ним не придумаешь. Вафельку мы не простреливаем. Что же делать? Что же делать? 54-ка отправляется в ангар. Очень жаль, конечно. Блин, что ж с тобой делать? И света никакого. Ничего нет, вот только Е4. Давно надо было на него обратить внимание. Теряю кучу времени. Вот видите, теряешь просто кучу времени из-за того, что выбираешь неправильную цель. А если еще не знать карту, не знать, где они становятся, как они себя ведут, то это вообще самое ужасное. То есть надо за этим смотреть, это понимать, контролировать. Иначе на арте толку от вас будет очень мало. То есть если вы за какую-то цель цепляетесь, начинаете ее вводить весь бой, как правило, это может закончиться очень плачевно. Потеря времени, просто потеря времени. Один выстрел все решает. Вафля минус 2, как я насчитал, сколько там, 2? 2, 2, пока 2, пока куда-то едет. Стой, у меня же углов не хватит. 3. И, нет. Толстую броню, зараза. Очень жаль. Очень жаль, и кажется, мы опять сейчас будем двигаться к сливу. Единственный мой напарник в данной ситуации это Тартос. Как только с ним что-то произойдет, все, ребята, пишем пропало. Они начинают обходить наших сзади, но здесь мы поднимемся немножко выше, чтобы их как-то простреливать. И вафлю мы не видим, ну, может быть, здесь он будет мост переезжать. Тут же в воде вроде 100% топишься.
Там у него вариантов не должно быть особо много. Так, 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 бат. Есть, отлично. Т-92 сработал по бату, замечательно. Шансы есть, я не хочу проигрывать. Уже сколько мы сегодня проиграли? При хорошей игре, вроде бы, вам, конечно, судить. Свет сюда, ну, братюньки, посветите, тортик, хоть кто-нибудь. И дерева нету, хоть бы что-то упало, я хоть бы понимал, как там, что происходит, где он едет. Такой прострел, посмотрите на этот круг, он мельчайший, это как будто на гору стреляешь. И ничего нельзя сделать. И явно поедут по левой стороне, сейчас Тартос их не увидит. Хотя, так, что там, где они выйдут? Здесь выйдут слева. Как же мне их встретить? Или он здесь переедет? Е4, блин. Сейчас, если он его пробьет, это будет печаль. Это будет очень много урона. Единственный шанс ему помочь. Хоть чуть-чуть. Давай, Е4, ты хочешь его пробить? Арту забрали, но, в общем, шансов мало. Хотя бы нанести Е4 урон. Вот есть прострел маленький. И я попадаю в скалу. Эх, опять мы остаемся, считайте, сами при должной прятке, при вроде как неплохих выстрелах. Но я потерял много времени. И вот вам, смотрите, осталось всего каких-то 4 танка. Половина из них просто недобитки. Я ничего не могу сделать. Вот просто потеря времени. Частично моя большая вина. И я не знаю. Ну что бы вы делали в этой ситуации? Просто промахнулся несколько раз и все. Посмотрим результаты. Сколько там времени? Еще, наверное, один боек, и потом мы начинаем с вами. Ну, тем не менее, хорошо команда отработала. Было бы здесь 4,5, может быть 5. Ну, пусть 4,5, да, я думаю, все было бы иначе. То есть вот 2-3 выстрела как раз за то время, пока мы там туда-сюда тягались, все бы изменили. Вопросики читаю. Никитос, вот, Джо ворет, что арта это говно, техника и все такое, все его не любят. Ну вот, почему-то он тебя смотрит и делает стримы по арте, как ты относишься к Джо. В общем, ребят, ставьте запятые, потому что целая каша получается. Как я отношусь к Джо? Джо, мы довольно неплохо работаем. И все, больше ничего не хочу говорить. Он довольно интересный парень, на самом деле. Если хотите его узнать поближе, смотрите его видосы. Все, что я вам рекомендую. Так, наверное, все-таки давайте начинаем мы набирать народ. Сервер у нас RU1. Сейчас я посмотрю, можно ли мне приглашать меня без моего ведома. Скрывать спам, включить, принимать только от друзей. Так, убрал я, значит, галочку принимать приглашение только от друзей. И жду первых ребят, которые мне кинут приглас. Значит, сервер RU1, еще раз повторяю. RU1, ник мой вы все вот видите. Жду приглашений. Как только кто-то приглашает меня во взвод, я сразу его принимаю и поехали. Как раз почитаю комментарии, пока это произойдет. Там же минута задержки у нас на стриме, чтобы все знали. Что ты делаешь левой рукой? Левой рукой я нажимаю кнопку VASD, как и вы все, ребята. Потому арта точно такие же действия совершает, как и все, собственно, танки на поле боя. Были ли у тебя шаровые попадания с ваншотов? У меня, например, было, что я ехал задом, и когда поворачивался, попал по чафику, который ехал. Да, ребят, было очень много курьезных ситуаций, на самом деле их все даже не пересчитать. Это было еще, наверное, до того, как я занялся каким-то каналом YouTube. Очень разных, много интересных моментов, особенно когда артиллерия еще была не понерфлена до обновления 0.86, это было круто, было интересно, то есть там и круг был маленький, но вы сами все прекрасно помните, замечательно сводило, замечательно попадало, всего лишь нужно было ограничить их до 2 штук, и мы бы сейчас так же фанили, все бы любили этот класс техники, пусть бы сидели там в очереди по 5, то есть, тьфу ты, по 5, по несколько минут, но зато заходили в бой сбалансированные и радовались в игре, но это мое мнение, разработчикам гораздо виднее, гораздо лучше видно, что там собственно происходит. Тем не менее, видите, да, мы проигрывали, 66% побед у нас до сих пор есть. Я по-прежнему жду приглашения во взвод от ребят, которые имеют голосовую связь, смотрят наш стрим. Я почему-то их не вижу. Надеюсь, как можно быстрее это начнет происходить. Так, ребят, ставим лайки. Лайки я тоже люблю, очень люблю, потому чем больше лайков, тем лучше. Все-таки хочу продвигать наш стрим, чтобы он жил. Каждую неделю мы выходили с вами, общались на разные темы. Буду стримить и по арте, и по танкам. В общем, почему интересно вам, то и будем делать. Так, пошли, погнали у нас. Значит, вот клацу, есть Uncorrect Archer.
Так, Арчер, сейчас мы отключим, значит, нашу музычку и начнем с тобой общаться. Привет, привет, Арчер. Есть у тебя голосовая связь? Так, если нету голосовой связи, это очень плохо. Нужно зайти в настройки и поставить там галочку, где звук. Включить голосовую связь. И сразу же мы с тобой начнем общаться. Иначе придется с тобой расстаться, увы. Давай, Арчер, даю тебе 30 секунд, чтобы это все сделать. Или выбираю кого-то другого. Вот тут приглашение, целая тьма. Арчер меня, походу, не слышит или не смотрит наш стрим. Сейчас мы ему напишем. Зайди в настройки и включи голосовую связь. Так, сейчас, надеюсь, у него что-то получится. Вроде парень соображает. Видимо, нет, ну... Ты меня слышишь? Кроме стрима. Здесь слышишь конкретно? К сожалению, он нас, по идее, не слышит. И кнопочку Q ты можно зажать. Ну, в общем, он не разобрался. Пойдем к кому-то дальше. Извини, Арчер, увы. Так, у нас идет дальше Балкен. Привет! Так, у тебя... Ты меня слышишь, Балкен? Напиши что-то в чат, если слышишь. Ау. Ау-ау, что-то, ребятки, нам пока не везет. Кажется, Балкен не знает правил, которые я называл. Нам нужно... А, ты слышишь меня, да? Да, я просто стрим заслушался. А-а-а, все, выключай стрим, чтобы он нам не фонил. Хорошо, что ты на батике взял. Поехали сразу в бой и дальше будем разбираться. Ты у нас стартуешь, потому начинай. Расскажи о себе, Балкен. Как ты, что ты, как ты попал к нам на стрим? Кто ты такой? Почему смотришь нас? Надеюсь, он это все услышал. Сейчас парень загрузится, мы его так тихонечко потроллим. Разузнаем, что же он о нас знает. Балкен, давай, расскажи про себя, про стрим, как ты к нам попал, почему смотришь нас, что вообще можешь нам поведать? А, ну, вообще, я случайно у Джова увидел, как бы, сегодня стрим. У Джова? Да, у Джова в группе ВКонтакте. Ага, ага, так. Ну, как бы, я на арте раньше побольше играл, да нет. Почему решил посмотреть наш стрим все-таки, ну, там, группа Джова? Реально в танки попал, только потому что как бы я 40 тонн смотрел, мне было интересно. Я только за танки попал. Как тебя зовут? Дмитрий. Ага, приятно, Дмитрий. Взрослый человек нам сразу попался, ребята, это интересно. Люди любят артиллерию, тоже радуют. Почему Батчата выбрал? Расскажи нам, Дмитрий. Вообще, ты наша звезда на этот бой, мы хотим тебя слышать. Обо мне и так все узнают, это понятно, у нас целый канал. А про тебя мы хотим знать побольше. Поэтому говори почаще, пока у тебя там перезарядка 72 секунды. Рассказывай. Так. Вот, а почему я на бате катаюсь? У меня был 261, к сожалению, мне не очень понравился. После нерфа, скажем. Ага. Он меня просто вывел, я его продал, к сожалению. Вот, бесконечная переводка туда-сюда, с одного конца на другой. У бата тебе нравится, я так понял, целые 360 градусов углов вертикальной наводки, да? Да, да. То есть поддерживаешь именно это. А тебе не смущает там долгая перезарядка и так далее? Нет, конечно. Ага, хорошо.
Почему выбрал класс артиллерию? Ну, ты же понимаешь, как многие, ну, если, конечно, читаешь там форумы и так дальше, как многие к ней относятся. Но все же, почему именно ее выбрал? Все-таки класс техники я такой... Я на ней играл. Я не знал, что как к ней относится. А, до нерфа еще, я так понял, да? Ну да, как ты говорил. Ну а сейчас тебя ничего не смущает, ну там всякие крики в чат, там, ах ты такой-сякой, как ты можешь на этой классе техники играть и так далее? Ну, как сказать, я к этому нейтрально. Нейтрально, да? Ну то есть даже если тебя обзывают там самими нехорошими словами, ты готов, ответить... А, понятно. Понятно. Вот видите, как человек толерантно относится к происходящему вокруг. А вот давай по вот этим тяжелым танкам отработаем. Я думаю, у нас это получится вдвоем хорошо. Сколько там у тебя перезарядки? О, вот, вот как раз хэвик твой. Если ты его доберешь, замечательно. Но это был не ты. И некому светить. И к нам едет ЛТ. Ой, хорошо, хорошо. То, что надо, он нас как раз мешал. Отлично, свет забрали. Давай вот эту соточку, если у тебя там еще есть снарядик, можем его обработать. А что ж такое, недолет? Ужасный бой. Заговорил ты меня, Дмитрий. Да нормально все, шучу. Как стрим пошел? Нормально? Понравилось то, что я там рассказывал? Старался? Хорошо. Буду, если будет такое население у нас находиться, буду частенько народ вызывать. Чего-чего? С удовольствием буду смотреть, если будет еще. Хорошо. Какой у тебя возраст, скажи нам? Ага, хорошо. Про детей, машину и так дальше спрашивать не буду, не переживай. Так, тут у нас Дмитрий едет целая движуха справа. Вот, вот эту БСТшку забрать барабанную? Ну что такое-то? Второй раз недолет. Вот да, если вафельку там пробьешь, будет шикарно просто. Ребят, сразу после боя можете сбрасывать опять такие приглосики. Сразу их бросайте. Минута задержки, потому лучше, вот как вы видите, что там бой уже длится, подходит к концу. Начинайте бросать. Я буду быстренько принимать, и мы будем идти в следующий бой, узнавать следующую личность. Неважно, сколько вам лет, все будет интересно. Ага. Сейчас мы вафельку, может, поймаем, если он выйдет чуть правее, но он что-то не хочет этого делать. В общем, что-то я в этом бою отыграл очень плохо. Все нормально. Мы артиллерия, нас хают, нам можно. Нет, не правда. Вот тебе провокация не сработала. Надеюсь, вафля меня сейчас не увидит. 4 секунды есть. Нет, не удалось. Ну ладно, так и быть, бог с ней. Ах, Дмитрий, не оправдал ты наших надежд. Мы думали, ты будешь вытаскивать бой. Да я как бы первый раз в стрим попал. А, растерялся? Да не переживай. Меня пока Дмитрий там добивает бой, вот как раз меня спрашивают, значит, Никитос, какая твоя любимая карта на арте? Скорее всего, это будут у нас рудники. Она очень маленькая, очень комфортная, и там так приятненько можно поиграть. В общем, там очень люблю, там БТРно, легко попадать в цели. Что-что, Дмитрий, повтори еще раз. Ну,
Да, не переживай. В общем, мы сделали, будем считать, что мы сделали, что могли. Не больше. А тому все у нас хорошо. Так, вышли мы. Во, отлично, пошли приглосики. Враги быстро рашат. Да. Хорошо, Дмитрий, спасибо, что заглянул. Спасибо, что поучаствовал, так сказать, проявил активность. Рад нашему маленькому знакомству. Оставайся с нами, а я побежал дальше. Ага, спасибо, удачи. Удачи. Так, следующий у нас на очереди Sega Mega Drive. Привет, Sega. Ты нас слышишь? Алло, алло. Да, конечно, слышу. Во, приятно, отлично. Рассказывай про себя. Сколько лет? Кто такой? Как зовут? Чем занимаешься? 17 лет. Дмитрий, город Муром. Так, Дмитрий, хорошо. Почему к нам попал на стрим? Вот что самое интересное. Ну, сидел ВКонтакте, в группе Джо. Смотрю. Ага. Ага. Ну, зашел, посмотрел. Хотел поучаствовать. Так, ну что, что вот у тебя там сидел. Есть? Отлично, хорошо, 261, ну что, я тоже готов. И можем, поехали. Будем уже разговаривать непременно в бою. Дмитрий сидел в группе Джова. И это уже второй Дмитрий, который к нам пришел на стрим с группы Джова, ребятки. Это не просто так, это он говорит, что в Джова есть очень хорошие сознательные ребята, которые понимают, что класс техники такой, как артиллерия, тоже является очень интересным и играбельным. Вот так, сейчас мы у Дмитрия это все спросим. Так, Дмитрий, расскажи нам, почему ты вообще решил из самой группы Джова прийти к нам и посмотреть, собственно, стрим? Ну, твои гайды... Про арту я давно смотрел. Так. Мне они очень понравились. Приятно, приятно. Решил, значит, посмотреть и поучаствовать. Даже, вот так. Проявить максимальную активность, я так понял. Да, сидел там минуты две, тыркал, смотрел информацию. Когда был последний раз в бою. Ну вот так попал. Отлично, хорошо. Расскажи, почему вообще любишь класс артиллерии? Она ж сейчас, ну ты сам понимаешь, наверное, если там где-то учишься, обсуждаешь это все со своими ребятами, так они говорят, что арта это там борода у рта или что-то еще. Или тебя это не смущает? Мне никто так не говорит. Ну на арте так я больно средний играю. 261 продавал раза 3, наверное. А че выкупал? Ну не знаю, вот бои плохие были, нервные, вот продавали. Ага, хорошо. Но все-таки артиллерия как класс, как ты к нему вообще относишься? Объясни нам в целом. Потому что мы вот всем комьюнити, вот всем форумам, все, не каждый имеет свою точку зрения. Как ты к ней относишься, как, собственно, сам игрок на артиллерии? Вот это интересно. Ну, я думаю, что без артиллерии, где, ну, в бою, мне кажется, вообще смысла нет. Ага. Так, даже когда ты играешь на каком-то там танке, да, ты так считаешь? Не услышал? Я всегда, ну, чтобы она мне помогла. То есть независимо на чем ты играешь, она тебя всегда устраивает. Даже там, если попадает по тебе, да, у тебя не взрываются седалищные нервы или что-то в таком роде, ну ты понял меня. Я играю аккуратно, потому что я на артиллерии давно играю и точки знаю, где прострел, а где нет. О, вот это интересно, интересно. А ну, расскажи нам, ну, то есть, ты считаешь вообще, что там, если играть на арте, можно лучше себя чувствовать на других типах техники, там, за счет того, что ты будешь знать какие-то точки прострела и так далее? Да. Да? Да, играешь на арте, ты видишь, где прострелишь, а где нет. Ага. Хорошо, это интересно, я думаю, будет нашим зрителям. Зрители напишут, конечно, в комментариях, то, что ты... Вот, еще один человек, ребятки, нас вот пришел и поддержал. Нас с вами, это не просто так. Это не говорит, что все комьюнити обозлилось и никто не любит арту. Рассказывай нам, Дмитрий, еще про себя. Чем занимаешься? Пока учишься, да? Ага, ага. Сколько уделяешь вообще... танком времени, день?
день. Но вот в данный момент танком час где-то максимум. Час, да? Что... Ну да, гуляю все время. Ага, лето, да? До танка. Ага. А кого вообще смотришь там из вододелов, гайдоделов, например, 40 тонн? Не-не, Арти 25 смотрю, мне нравится. Ага. А что конкретно нравится у него? Партия. Именно партия. То есть тебе нравятся его какие-то фрагмовики или конкретно где он рассказывает как, про какую-то гайды там пишет про арту? И то, и то. Ага, все нравится, понял. То есть только Арти. Но ты сидел почему-то в группе у Джова. А ну-ка, признавайся, что ты там делал. Ну, группа у Джова, честно, вот мудпаки я только отключил. Ага, ага. То есть только мудпаки и даже не смотришь ни один видосик, там, например, веселые олени какие-то или еще что-то. Ничего? Ну так, иногда бывает, когда нечего. Ага, понял тебя. Хорошо. А ну, давай-ка мы отработаем тут по СТ-шкам, потому что что-то целая движуха начала ехать, а у нас нету поддержки. И к нам там справа еще СТ-шка прорывается. Я про вот эту точку. Разговаривать и играть, конечно, очень... Да, это сложно, сложно, я тебя понимаю. Но такова твоя судьба на ровно 15, а то и меньше минут на сегодня. Во, отлично, отлично. Сейчас мы его угадаем. До свидания. Мы с тобой бы сыгрались, честно. Я уверен. Видите, ребята, Дмитрий арту поддержал. Это интересненько. Ну, я думаю, вывод окончательный можно будет сделать уже в конце боя. А то сейчас мы попоймаем какого-то хейтера, который будет матом все крыть. Арту тут прогибать, так сказать. И мое мнение может измениться, да и ваше тоже, конечно же. Давай бата вот этого примем. Вот этого. Может быть, его раньше, конечно, Хэвик заберет, но у него снаряда не хватит. Должен затаранить. И от сам умрет. Нет, даже умер сам, его не забрал. Давай по левому краю теперь отработаем, а то это первые ребята, которые к нам, скорее всего, приедут. Ну, у них очень много прочности, очень. Если хоть кого-то там успеешь забрать, будет шикарно. По хэвику там, у меня еще 10 секунд кд. А, Дмитрий, скажи еще вот такой интересный вопрос. На чем играешь, на ББшках чаще или на фугасах? На ББшках. Ну как? Смотря какая карта. Ага, ага, понял. Вот так 5 ББшек у меня всего. 5 всего? Так, то есть 13 фугасов у тебя? Ага, так. Ну, а говоришь на ББшках, значит, больше на фугасах все-таки играешь. Ну, смотря какая карта. Ага, понял. Ну, это дилемма, на самом деле, ты же понимаешь, большая, всех интересует. На чем больше играть, на чем меньше, то есть, какая арта в этом плане лучше, какая хуже. Ну, ты сам понимаешь. Ой, Лорик испугался, увидел, что меня не пробило и отъехал назад. В общем, постараюсь не умереть раньше времени. Ну, кажись, нас заберут и так справа. Твой 500 дамага? Да я тут... Ты 500 нанес? Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну разговаривать и стримить это вообще... Ну вот видишь, вот ничего, привыкай. Да, дорогие зрители. Сейчас мы отправим парня. Да, спасибо, Дима, тебе, что пришел, что проявил опять же активность. Хорошо, интересная твоя точка зрения была. Приходи еще, оставайся с нами. А я побежал дальше, а то вон куча приглашений опять пришло. Давай, удачи. Удачи тебе. Так, привет. Кто ты есть? Алло, алло. Давай, я схожу сейчас. О, ой-ой-ой, микрофон так рыпит. В настройках там его немножко поубавь. Чувствительность микрофона, там в звук заходишь и немножко поубавляешь. А я пока тут отвечу на вопросики. Буду ли я делать такой же обзор по арте, как по... То есть по СТ, такой же, как делали мы тогда по арте. Да, ребят, будет реально топ-рейтинг всех СТ-шек десятых. Будем смотреть на каждую из них. В ближайшее время я этим обязательно займусь. А ну-ка, скажи что-то еще раз.
слишком тихо. Теперь ползунок наоборот где-то еще на процентов там 10-20 поставь в плюс. Так? Да, вроде нормально. А ну, скажи что-то еще. Раз, раз. Да, более-менее тебя довольно слышно. Немножко репит твой микрофон, но бог с ним. Давай начинай бой и будем уже непосредственно общаться. У меня арка только седьмого. Пойдет, поехали. Давай так делай. Да, давай, будешь светить. Если чем дольше будешь выживать, тем лучше. Я пока тут комментики читаю. Поехали, пока загружаемся. Следующий бой, да, вон парнишка пишет, едем на Т-92. Возьму для вас, посмотрите, какой-то унылый аппарат. Он может попасть иногда, но в основном это полная беда. Видите, как только начал с людьми общаться, сразу стало гораздо сложнее попадать. В общем, концентрируешься на болтовне. Ну ничего, мы будем проводить стримы там, где действительно только нагиб. И опять против нас жутчайший какой-то клан, вон. И не только один, там еще какой-то парень на батчате. Сейчас посмотрим, что удастся сделать. Ну что, рассказывай, как тебя зовут? Как ты к нам попал? Почему смотришь вообще стримы по арте, по такой ужасной артиллерии, которую все хают? Рассказывай, делись всем. Ты наша звезда на эти 15 минут. Ну, я сам из Дагестана, зовут Шарапнин. Смотрю тебя давно. На арте тоже сам играю, ну просто параллельно качаю с остальными классами. Ага, просто ага. Интересно. Так, то есть поэтому... пришел к нам на стрим из-за того, что смотришь давно, то есть являешься нашим подписчиком, да? Да, я тебя смотрю давно, как можно, наверное, с того начать. Ага. Поэтому нравится твои. Очень приятно, интересно. Почему вообще, вот, то есть арту тоже уважаешь где-то частично, как я понял, да, по твоим словам? Ну да, я качаю французов, просто интересно сам как класс, и считаю, что нужно, они нужны в игре. А вообще как к ней? Ну, то есть относишься независимо ни от чего, там, относишься к ней нормально? Положительно, да. Во всем, понял, хорошо. То есть тебя даже не смущает, если ты играешь на арте, и на тебя там всякие выливают гадские сообщения? Это тебя не смущает? Ну, обидно, конечно. Обидно, да? Ну, так, на меня там ничего не говорят. В ответку что-то я сам, пишешь? Я сам обычно говорю, когда не надо. А что говоришь? Что-то злостное? Ну да. Понял. А кого еще смотришь на ютубе? Интересный вопрос, думаю, будет нашим зрителям. Я смотрю про танки, вижу. Так. Ну, мапак от него. Ну, вначале ноги от тебя стояли, но потом как-то перешел к нему. Ага, понял. Он более, как бы, кажется, профессиональный, ты занимаешь, я... Понял. Ну, что-то тяжелее, я по кнопке Q. Ты там поживи, главное, еще немножко, пока перебил тебя немного. Поживи, главное, чуть-чуть. Светляк в конце боя, я сам понимаешь. Mm. Тут вон 44-ка на центре. Сейчас попробую ее угадать. Хорош. Так, забрали. Надо что-то с этими ребятами делать, чувствую, потому что вариантов особо никаких. Чем занимаешься вообще? Ну, я сам тоже как системный администратор. Ага. Компьютером. Поэтому беру с компьютером и играю в игры. Так, сколько уделяешь танкам в день? Ну, по-разному, иногда вообще не играю. Иногда могу, которое свободное время, подольше посидеть. А вообще, что первое, с каких ты пор вообще играешь? Что первое качал в самом начале? Ну, я играл, может, год уже, наверное, может, чуть меньше, и прокачал всех китайцев. Китайцев? Как-то так сложилось, да. Ага, даже китайцев, ничего себе, еще и через ЛТ пошел, я так понял. Ну, у меня все лодки полностью. Интересно, интересно. И больше стрейки сегодня взял. И все. А как сейчас относишься? Что-что? Продолжай.
Ну, параллельно там качаю немцев, там, ну, что интересно. Американцы. Понял. А как вообще к игре относишься? Может, что-то не устраивает тебя? Что бы ты изменил в нашей игре? За последнее время много всего там выливается, много всего рассказывают. Что бы ты изменил? Так, даже... Все делается к лучшему. То есть тебя все устраивает, что-то... в принципе? В принципе. Все устраивает тебя, так как я понял, да? Да. Ага. А сколько у тебя там топовых танков прокачано, мне вот интересно. Ну только 1, 2, 6, 3. А, прокачанных? Да, прокачанных. Прокачанных, ну, где-то 4. Ага. Хорошо. Ну, серебра не хватает. Не, интересно на самом деле, что тебя все устраивает. Вообще ни к чему придраться, ну, не знаю, ты меня удивляешь. Ну, это в бою, наверное, не расскажешь, но... Тяжело на ЛТ управлять, говорить еще на кнопку Q нажимать. Да, согласен. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробил ИСа седьмого, беднягу. Что-что? Это, походу, сегодня одни сливы. Уже сколько смотрю, все подряд проигрываем. Ага. Ну, лето дело такое. Ничего. Не переживай. Не бери близко к сердцу. Вон, видишь, что сотворил клан с нами. Вот сейчас, может быть, сборщика еще сорву какого-то урона. Да, получилось. Ты живой, вот если ты подсветишь еще немного, будет вообще шикарно. Сейчас. Главное, возьмешь. Они уже поднимаются, короче, ко мне. Тебе надо где-то поверху вот сюда подъехать. И позволить воина насобирать. Вон, Е50М, может быть, получится прострелить. Сейчас проверим, постараюсь. Куда же он будет ехать? Походу, сюда. Ну, с двух сторон. Да, заходят. Кто будет первый, даже не знаю. Выпись будет первый. Да, думаю, да. Сейчас посмотрим. Ну. Дорогие зрители, держим кулачки за меня. Должен быть воин. Не сегодня. Жаль. Я пытался, как мог. Сараза. Я в бою только разговаривал, правда. Да ничего. Дорогие зрители, ставим лайки. К нам приходят все национальности. Со всеми интересно. И обязательно кидайте взводы. Хорошо, рад, что ты к нам заглянул. Рад, что ты вот проявил себя и пришел и смотришь нас. Это всегда приятно. Оставайся с нами дальше. Рад, что попал. Ага. Тебе спасибо за все, что делаешь. Да, на здоровье. Делаю только для вас. Ну что ж, побегу я дальше. Время идет. Да, слева. Так, следующий у нас, я постараюсь, вот, то есть, ну, что попадется, то попадется. Есть. Дядя Наум. Дядя Наум, привет! Дядя Наум. Кнопочка Q, ты меня слышишь? О! Во, привет! Сейчас стрим отключу. Ага, чтобы он там не фонил. Все, я думаю, теперь можем поиграть. Во, тебя даже хорошо слышно. Привет. Привет. Ну что ж, я готов. Сейчас ты почувствуешь, что такое болтать во время игры. Потому поехали и будем думать, что там. Будем тебя, так сказать, тормошить по поводу всей информации. На Харькове парнишка нашел место, с которого контролятся 4 вражеских направления. Ну ничего себе, Виталя Кириллов. Вот, Виталька, если ты зайдешь в нашу группу и напишешь это место, или покажешь его, там есть специальная тема, я буду тебе невероятно признателен. Если место действительно хорошее, мы его обязательно покажем в лучших позициях для артиллерии, которые я еще, думаю, покажу, поскольку еще их несколько осталось. Ну что ж, дядя Наум, рассказывай, кто ты, как тебя зовут, откуда и почему ты здесь? Ну, так же, как и все предыдущие, на
странице Джова сидел. Так. Делал рекламу, зашел посмотреть. Как бы в последнее время интересуюсь артиллерией. Почему это интересно? Ну, в принципе, я начинал с тяжелых танков, как и все, наверное. Потом стало немножко скучно, перешел на средние. Ну и теперь очередь дошла до артиллерии. А ты, ну, ты со скольки, с какого времени, собственно, играешь? В принципе, не очень давно, с ноября месяца. Ага. Почему арта? Почему стало интересно? Чем привлекает? Дамаг и еще раз дамаг. То есть тебе нравится наносить много повреждений? Ну, по-моему, почти все, кто играют на артиллерии, любят наносить повреждения. А почему ты тогда на французской играешь, если она ж не так много наносит и не пробивает там большие цифры? Просто я начал с нее, и как бы это максимальный уровень артиллерии у меня пока что. Ага. Сколько тебе лет? 21 год. А, ага. Работал барменом 4 года. Так. Ну а сейчас... Сколько времени уделяешь танкам в день? Ну, около 2 часов. Ага. Так сам вообще как относишься к арте? Что ты делал? Что ты делал в группе Джова? Что ты там сидел? Как и все, смотрю видео. Ага. Гайды. Его стримы смотрел. Интересно? Хорошо. С нами останешься после этого стрима? Ну, я ж уже часть этого стрима, конечно. Во, останусь. Отлично. Вот это приятные слова. Так, давай по ком-нибудь отработаем, а то мы что-то стоим с тобой, болтаем, а наша команда там бедная задыхается. Объекта фокуса. Да, я вот его вижу, но что-то он пропал. Там хэви появился, да, вот. Кого смотришь, кроме Джова еще, кстати, говори, колись. Там, по большому счету, больше и никого. То есть ты хочешь сказать, тебе просто не попадались другие вододелы, которых можно было бы осмотреть, или просто не хочется? Ну, попадал на Дезертода. На МВ я попадал. Так. Ну и все. Но не понравилось, да, что-то, как я понял? Ну я ж, как все начинающие, смотрел, какую технику выбрать. И смотрел именно по самой технике, а не по тому, кто делает. Ага. Что бы ты вот за свой короткий промежуток времени, который играешь в нашу игру, изменил бы вообще? Что не устраивает в нашей игре? Я думаю, нашим зрителям будет интересно послушать. Не устраивает баланс. Баланс чего конкретно? Соотношение ПТ, ТТ, СТ. Именно техники, типов техники. То есть, что бы ты вообще сделал? Как бы тебе было интереснее это все увидеть в своих глазах? Ну, примерно в равных пропорциях. К нам едут, давай отсюда убегать под скалу, потому что Бат сейчас вот выйдет на балкон, и он нас высветит. Ныряй за мной ныряй. Он нас и так достанет, но здесь есть хоть какой-то шанс, что он нас не убьет просто незасвеченным. Нет! Я не мог этого предвидеть! Ты еще и успел отстреляться, молодцом. Хорошо. Хоть как-то. Расскажи нам еще, что там, что тебе еще нравится в нашей игре? Почему танки выбрал вообще, как таковые? Алло? Друзья посоветуют. Ага. Много друзей, которые хорошо играют. Ну и из-за них, в принципе, и начал. А расскажи нам о статистике. Паришься о ней вообще? Ну, я бы не сказал, что я хочу стать статистом, но приятно, когда видны результаты твоей хорошей игры.
Оленимер используешь? Да. То есть, вообще, как он тебе помогает чем-то там? Фокусишь кого-то или же просто смотришь, расслабляешься, когда видишь красных во вражеской команде, а в своей там статистов? Как он на тебя влияет? Я больше смотрю на свою команду, чем на противника. Ага. Смотрю, насколько опытные игроки на моей стороне. И какие ты, собственно, предпринимаешь решения, когда видишь там каких-то статистов на своей стороне? Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь? Допустим, если я вижу свод статистов, то я спокойно могу отъехать на другую сторону, если они держат направление. Ну, в таком плане. Ага. Больше доверяешь таким в своей команде. То есть тебе интересно с ними играть, да? Если хорошие ребята, ты понимаешь, что как-то можно на них положиться или как? Ну да. Понял. Какие моды еще ставишь себе? Вообще, почему начал ставить моды? Кто-то посоветовал или что? Из модов стоит оленемер и прицел для артиллерии. Ага. С углами вхождения, с временем полета. Ну а так из модов больше ничего. Хорошо, понял. Интересненько. Как к Джову относишься? Раз там сидел, смотришь его видео, как к нему относишься? Честно, иногда кажется, что он просто накуренный все это делает. Ну, а твое отношение к этому всему? Ну, человек отдыхает. Эта игра специально для того, чтобы отдыхать. И он веселится как может во время игры. Понял. Хорошо, нашим зрителям явно было это интересно услышать. Да, дорогие зрители. Вот и закончился наш бой. Опять проигрыш. Да что ж такое, с этой болтовней ничего не набьешь. Никитос, как ты относишься? Да. Хорошо, спасибо, что заглянул. Я просто тут отвлекаюсь и на вопросики, и на все. Не успеваю уделить должного внимания. Спасибо, что заглянул. Хороший бой. Вроде как хороший. Надеюсь, для тебя. Побежал я дальше. Приходи к нам еще. Хорошо, конечно. Удачи. О, как меня поймал кто-то на какой-то, потащил меня непонятный сервер. Что ж такое-то? Не хочу я на другой сервер, мне РУ-1 устраивает. Это ж надо, такой негодяй. Никитос, как ты относишься к Алешкам и оленям? Да, ребят, нормально отношусь, но все люди как люди. У кого-то получается играть, у кого-то нет. Если бы все были вашего уровня, вы бы тут так страдали и постоянно бы искали, куда вам деться, куда стать. В общем, это сплошнейший геморрой. Вот это да, вот это меня кто-то подставил. Точно не любит артиллерию. Сейчас посмотрим, куда же он нас звал. Может быть, на РУ-2, может быть, еще куда-то. Мы не знаем, куда он нас... Мы явно у него во взводе, и теперь нас... Не пускает на РУ-1. Да что ж ты будешь делать-то, а? Посмотрим, где же он сидит. Может быть, тут? И тут его нет. Вот это да. Явно, ну ничего. Продлим тогда стрим на 10 минут больше. Придется посидеть дополнительно. Может быть, РУ-6? Сейчас посмотрим. Ребят, задавайте вопросы, любые вопросы, любой вопрос, который будет действительно интересен, я его выделю и обязательно вышлю вам 500 голды на ровном месте. Простой интересный вопросик и все, и 500 голды ваш. Неужели неприятно? Замечательно, я считаю. Так, что-то нас никуда не пускает. Может быть, последняя надежда, это РУ-8. Куда-то аж туда меня затащили. И, кажись, это тоже не РУ-8. Ну что ж, придется тогда пытаться зайти обратно на РУ-1. Что поделаешь. Как раз есть время почитать ваши вопросы. А, нет, мы уже зашли. Потому кидаем взвод, 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 взвод. Ловлю кого-нибудь. Кто первый, тот и в дамках. Кидаем взвод. Жду ваших взводов, в общем, ребят. Как ты относишься к нерфу арты? Если в будущем нерф, как ты отнесешься к этому? Нерв как таковой сейчас, ну, в принципе, что-то у нас меня подлагивать стало. Это, видимо, из-за вот этих всех инвайтов. Бесплатные деньги. Ну, хоть что-нибудь.
Хоть что-нибудь я должен поймать. Боже мой, как же стенка забита. Я не могу ничего поймать. Есть. Семён, привет! Наконец-то я кого-то поймал. Семён, хочу тебя слышать. Да, слышу тебя. Во, отлично, Семён. Чуть-чуть буквально там на 6-7% убери свой микрофон, поскольку он рыпеть начинает. Так, лучше. Да, о, отлично, Семён, хорошо. Быстро соображаешь, это то, что нам надо. Лучший артиллерист. Ну что, Семён, давай. Я слушаю, артиллеристы есть, да. Во, видишь, как я угадал. Стоп. И сейчас, Семён, секундочку. Сейчас мы заполним все. Потому что куда мы поедем? Я же обещал на Т-92. Поехали на Т-92. Ну что, поехали, Семён. Начнем мы бомбить сплэшем всех вокруг. По поводу арты, нервить ее больше некуда, уже если что-то и будет, но это ни в какие ворота не лезут. Если разработчики хотят оставить этот класс вообще, уничтожить его, то очередной нерв это явно сделает. Может быть, какие-то машины можно подправить, но если они доберутся еще и до 261-го, явно с артой будут беда. Так, Семён, я ждал, пока ты загрузишься и рассказывал там нашим зрителям. Да, я гружусь быстро, у меня нормально. Ага. Рассказывай, как тебя зовут, откуда сам, почему смотришь нас? Меня зовут, логично. Да, так, хорошо. Откуда сам, почему нас смотришь? Ну, сам из Волгограда, смотрю, потому что непосредственно вот понравились позиции артиллерии. Ага. То есть сам увлекаюсь артой. Вообще первым делом я 261-го выкачу, любимый мой танк, соответственно. Так. Вот, а потом стало интересно, ну, как бы начал глубже вникать, что, как и почему, траектория полета снаряда и так далее, угол вхождения, там тоже важно это все. Ага. Сколько... Ну, сейчас уже выкачиваю, ну, вот у меня 92-ка, 261-й, бачат 58-й и ГВЕшку никак не добью. Сколько тебе лет? 27. Ага. Почему арта? Почему не танки там? Не смущает отношение людей к тебе, когда ты сам играешь на арте, собственно? Вот это всеобщее мнение, я не знаю кого, может быть, подростков, может еще кого-то. Всеобщее вот это мнение не смущает, когда сам сидишь и тебя тут начинают обливать грязью, ах ты такой-сякой, как ты мог? Не, у меня очень простая позиция. У меня в ангаре стоит 39, по-моему, танков всего в общей сложности. Кажись, ты побил мой рекорд. Не старался, честно. Вот. И такое мнение, что как бы если человек ругает арту, то он, скорее всего, лукавит, потому что он по-любому сам-то на ней играл. И если он говорит, что вот там, как они говорят, арта-шлюпки и так далее, то он тоже является таким же, получается. Но если это новичок, и он где-то это подхватил, там, как ты думаешь, может быть, это от этого зависит? Ничего страшного. То есть тебя не парит, да, там, то, что тебя отзывают? Абсолютно. Вот, хорошо. Так почему арта ты так и не ответил? Арта в основном из-за того, что, ну, как бы мне вот стиль игры такой нравится, а именно помогать своим, не просто там дамаг наносить определенно, а именно помощь союзникам. Можно вроде как и без арты играть, но в некоторых случаях арта может как бы выручать очень нехило позиции. Ага. То есть, допустим, на той же 62-й ты встал и можешь поиграть от башни. Вот я 140-го взял. А арта туда может кинуть и спокойно пробить эту броню. То есть, что ты считаешь, арта вообще нужна в игре как класс? Она чем-то помогает? Или тебе было бы интереснее, например, на танках ездить там и наносить просто повреждения другим танкам? То есть, вообще без арты? Да как бы не знаю, сейчас ее и так не очень много. Ее и нерфили, и пускай дальше нерфят, я все равно буду на ней играть, и свое мнение не поменяю, что она нужна. Ага. Интересненько. Как бы она разнообразила вот этот мир. Ну, танки танками, но и хочется чего-то необычного, нового. Конечно, вот этот прицел всевидящий ока, это немножко перебор, но по-другому как реализовать, я даже не знаю. А сколько ты, я так понял, там, сколько, 30, ну, я боюсь называть эту цифру танков у тебя, сколько ты это все качал, сколько ты с нами в этой игре? Ну, в этой игре я где-то уже почти 3 года,
играю, ну, постольку поскольку, там с работы пришел, посидел. Так, чтобы прям засиживаться, нет такого. Ну, короче, все фишечки уже знаешь, да? Что, куда, как, ну, почему? Грубо говоря, да. Угу. Как дружишь с модами, статистикой, сам на эту статистику, как там говорят, фапаешь, не фапаешь? Ну, если ты видишь мою статистику, то как бы начинал я с 46, что ли, процентов. Потом, а сейчас сколько? Ну, сейчас у меня 53, и вот где-то в этой отметке зависло. Это все поднял на арте, да? Нет, в основном я как бы сейчас играю на не топовой технике, ну, которую именно выкачивать надо. То есть у меня абсолютно, ну, разный профиль, хочется вот именно инженер-механик всех специальностей, всех классов взять. Ага. То есть ты по профессии инженер-механик, и тебе интересно вот повидать классы, да? Как я понял. Нет, по профессии я не инженер-механик, просто хочется медальку вот эту ачивку. Ага, ага, все, понял. Я просто за медальками никогда не гнался. Ну ладно, речь не обо мне, речь сегодня о тебе. Так я и не гонюсь. Ну да, ты 15 минут твои, потому ты вправе говорить все, что хочешь. Что бы изменил вот в нашей игре, мне вот интересно. Убрал бы пробитие ОСТ-шек, которая сейчас запредельная, понерфил бы голду, потому что СТ-шки не должны в лоб пробивать тяжи, которые просто стоят и огребают от этих тех же СТ-шек. То есть тоже пробитие слишком много, 300, ну дофига. То есть ты помнишь те времена, да, когда там 54-ка ездила, крутила всех, да, ты помнишь это? Ну, СТ-шки же, у них есть маневренность, у них скорострельность есть, они должны заезжать сзади, там обходить как-то, а не просто в лоб стоять, перестреливаться через башню и все. Так, ох, меня засветили, кажется, сейчас я на этом медленном Т-92 отправлюсь ловить рыб, кормить. Поиграешь, так сказать. А может и нет. Если бачат вылезет, я, конечно, его грохну. Да я вот и на него и смотрел. Вот меня кто-то справа заметил. Вот там, где-то на болоте. Он бачатик там справа. Ага. Нет, это был не он. На болоте лорка была. Кого смотришь? Рассказывай, Семен. На ютубе. Кого смотрю? Муразора смотрю. А вот я ж какую-то такую нотку вот с пробития, понерфить пробитие СТ вот прочувствовал. Где-то я чувствовал, что ты от Муразора ее поймал. Вот оно где зарыто было. Конечно. Не, он как бы дельные вещи говорит на самом деле. Да, где-то соглашусь, местами есть. Не все, конечно, но есть местами. Нет, каждого понемногу стоит брать, почему нет. Лишь бы хорошее было. Что, только Муразора смотришь? Не, Муразор, Джоло. Ну, Джоло так, чисто, ну, как прикол, какие-то видео забавные, не больше. Ну, настроение поднимают тебе? В целом? Да, есть такие моменты, конечно. Кстати, еще такое, ну, как пожелание, если, конечно, могу тебе его конечно, сказать. Конечно, конечно, высказывай. Хотелось бы побольше всяких различных позиций, потому что начал недавно сам пользоваться и не знал, что можно вот там встать, вот туда закидывать с этой позиции и так далее и тому подобное. То есть 3 года играл и все-таки что-то интересное у меня нашел? Конечно. Это приятно. Ой, как ты его остановил плохо, боже мой, я на ход целился. Ну ладно. Ты бы знал. Да. Да я тоже на ход. Вот вам, ребятки, Т-92. Вся его сущность. Чего? Да я тут комментирую, говорю, какой убогий этот Т-92. Иногда по фану, знаешь, накинуть куда-то там на невероятные цифры урона. По фану у меня было однажды на Утёсе, я вот до сих пор помню этот бой, где-то полгода уже, наверное, прошло, но помню до сих пор. Когда у меня было 3 ваншота, 2 леопарда и 1 ФВшка. Ой, хорошо. Это было, конечно, да, по фану. И моменты ББшку, кстати, одну с собой вожу. Ну так, чисто в прикол. Вот башня выезд отлетает легко. Ой, да, кстати, ББшки. Ну я даже 2 вожу. Ну, так. Ну, в общем, меня сейчас заберут. Тому ты готов. Да, сейчас засветишь. Что бы пожелал новичкам на арте? Как им себя вести? Как себя вести вообще? Что качать?
скачать. 261, я думаю, ну, как такой стабильный аппарат довольно. И 92-ка нестабильный, но фановый аппарат. Вот что есть, то есть. Считаешь ли ты, что они две противоположности? Ну да, есть такое. Там, допустим, 92-ка, она бьет не точно, но может, допустим, нескольких противников очень нехило так задеть. Ага. А 261, он такой более узкий специалист, так сказать. Вот он попадет, не сильно попадет, но попадет, скорее всего, у него гораздо больше шансов. Понял. Что-то ты там хотел добавить, я тебя перебил. Ну да, да, да. Хотел сказать, что вот новичкам не обращать внимания на все эти выкрики в вашу сторону. Добьешь его? А я нет, я его ждал тут кого-то, левее немножко, но он так и не доехал. Ну вот сейчас он доедет, и я его добью. Ну да, надо бы. Короче, не обращать внимания и делать свое дело. То есть ты считаешь, что арта вообще как класс еще жива и на ней интересно играть? Ну да, почему нет? Сейчас я концентрируюсь, секундочку. Он должен же выехать. Ну, обязан, там же арта ты че. Отлично. Теперь я в засвете, я думаю, это мой последний засвет. М53-55 сюда смотрит давно. И вон 110-ка меня накроет сейчас. Я в постоянном подсвете. Забрать бы его. Так, один отстрелял. Не знаю, что там будет дальше. В общем, пытаюсь тут, но пока... Сейчас будет падение на Е5. Падение? Давай, давай. Мы посмотрим на это сверху. Нашим зрителям будет интересно. О, красавчик! Шикарно, шикарно просто. Для стрима. Надо же стрим делать. Семен, я тебя отмечу. Я тебя просто отмечу. Во, отлично. Красава. А, ко мне Бат приехал. Ё-моё. Ты посмотри, Бат приехал. Убить Никитоса. Да, это было шикарно. Никитос, почему ты выбрал арту? Почему я выбрал? Я не выбирал, вот как Семен все правильно сказал. Дополнительный класс очень интересный, местами позволяет хорошенько разнообразить игру, получить кучу удовольствия. Тому, ребята, пользуйтесь, и ну, вот Т-92... Если зарядиться, может, бачата заберу. Вот Т-92 для фанчика себе качните. Вот как вы, как Семен будете падать со скалы. Да, Семен, ты просто в этом бою шикарно себя показал, молодцом. Не, ну а как бы, когда уже не остается вариантов, ну надо хоть что-то сделать. Да, да. Было хорошо. Это было отлично, Семен. Отличное времяпровождение. Спасибо, что посетил нас. Оставайся с нами, смотри. Давай. Мы погнали. Дальше. Да, давай, Семен. Привет, Валенок, 1991. Да, да, да. Отлично, мы тебя слышим. Как тебя зовут? Иван. Еще раз? Иван. Ага, Иван. Привет, Иван. Рад, что ты к нам заскочил. Ну что, что у тебя там есть? Показывай. Показывай, да. 53-55. Ну вот. Да, давай, вот так и поедем. Будет отлично. Расскажи, Никитос, как ты начинал играть в танки? Значит, задал вопрос Учихалеха. В общем, сложно, ник Учихалеха. Как я начал играть в танки? Ну, давайте мы с Валенком сейчас переговорим. В конце на этот вопрос, надеюсь, если не забуду, отвечу. Напомните мне, ребят, если так будет. Так, где же он так и не загрузился до сих пор? Сейчас, надеюсь, на Т-92 хоть что-то получится. Сделай гораздо лучше, нежели в предыдущем бою. Конечно, это был взрыв. Семен просто красавчик. Ему респект. Поднял настроение в стриме. Ну что, рассказывай, как тебя зовут? То есть, тьфу ты, Иван, откуда ты к нам пришел? Как ты вообще нас нашел? Как, почему смотришь? Сколько лет? Ты наша звезда на эти 15 минут. Нашел также Джова, зашел, хотел посмотреть какой-нибудь стримчик или что-то типа того. Вот. Так, мне 23 года, играю не так давно.
но что-то как-то сразу пошло у меня именно на Америку. На американской артиллерии? Да-да, сразу на американскую артиллерию. Класс, нравится, довольно долго играю, уже четвертые перки. Именно на M53-55? Да, 22-ку не хочу брать, даже не думаю. Где-то я тебя даже поддержу, наверное. Сколько лет играешь в танки? Недавно, как бы, регистрировался давно, но играю довольно, то как-то запрасывал, то опять начинал там. Ага. А так, в общей сложности, где-то около месяцев 8. А считаешь ли этот класс вообще нужным в игре? То есть, понятно, что сам играешь, но если ты играешь на СТшке, на тяже, там, тебя расстреливает арта, считаешь ли это полезным вообще классом? Конечно, нужен. Это будет обычно какой-то Counter-Strike, стоялого, перестоялого на обновление. Тогда следующий встречный вопрос. Как относишься, когда тебя называют там всяческими нехорошими словами? Как реагируешь? Ну, никак, я не обращаю просто никак внимания на него. А когда попадаешь по врагу, и он начинает материться, что ты ему говоришь? Как себя чувствуешь? Радостно или наоборот? Ну, конечно, когда да, бывает, я как бы любитель поиграть на ББшках, вот с собой у меня 5 штучек ложу на ней, поэтому... То есть, когда попадаешь по врагу... Мировые какие-то попадания. Ага. Там, какие-то за 1500, 2000 тут даже вылетают, поэтому, ну да. Дамаг тут вообще хороший. Ну просто троллить врага, попадая такими выстрелами. Ё-моё, дорогие зрители, вы сами это видели. Нет, я не попал, как раз таки. Я целился в Фача и в Ягу Е100. И я ни в одного из них не попал, они стояли друг к другу прижатым. Вот как это просто ужас. Сейчас, секунду, я отключу контакт, а то там кто-то рвется ко мне. Вот как раз про что мы сейчас и говорили, что Дмитрий сейчас описал СТ1. Да, вот Т-92 как раз. А, ты пробил СТ1? Я или пробил, или хорошо зацепил, но что-то его как-то это очень зацепило. Ой, да. В итоге я не попал в два рядом стоящих танка. Вот вам, ребята, как раз самый интересный и ответственный момент, и этого не произошло. Как это вообще? Надо, боже мой. Ну это Т-92, что такой калибр, конечно. Очень жаль. Не хватало ему еще точности. Так, это по пятерочке помогу. Но да. Зато 1000 урона зашла. Почему вообще сидел в группе Джова? Почему решил прийти и посмотреть артовский стрим? Это же сейчас не популярная тема. Нет, я как бы обращаю на то, что там какие-то бывают стримы, например, у Джова, как он там бесится из-за того, что получает просто ваншоты на там на своих импах 140-х там или 62. Не знаю, давай выхожу. Просто бывают иногда там какие-то очень интересные стримы, там, где он просто убивается смехом со своими друзьями, потому что это реально происходит у него. Ну, как сказать, получается. Ага. Интересно, это людей цепляет. Кого еще смотришь, кроме Джова? Вот, его друзей, Дезертоба, Муразора. Да, конечно, Никитос, тебя, понятное дело, твои моды, все. Сам, правда, сейчас уже на проталках. Убегаете, убегаете, ребят. Да. Нет, почему? Ну, что-то там, походу, не хватает. Надо тебе как-то по-моему пересмотреть. Да, разберем. Какие-то более новые хорошие сборки, что-то новое на одном сидеть как-то. Разберемся, все будет хорошо. Чтобы вот популярные вопросы на сегодня, по крайней мере, что бы изменил в нашей игре, что бы добавил хорошенького такого? К нам приехали, ну, справа. Во-во-во-во, ты его просто накрыл салютом.
что главное знать перезарядку танка и, в принципе, вижу это время. Хотел бы просто вести. Ага, так я тебя перебил. Что ты, что там добавил бы новенького в нашу игру? А, ну, какое-то хотя бы время подольше поиграть, потому что я не знаю, ну, там такие сливы, конечно, бывают, что 15-0, не знаю, что-то надо с этим делать. А, ну что, вот. Потому что просто невозможно. Предположи, вот что, что бы ты сделал, по крайней мере, что-то, что-то маленькое, невесомое, что бы ты изменил, дабы вот повлиять на эту ситуацию? Повесить, конечно, пробитие танков, потому что, ну, это чересчур очень много всего, потому что, ну, реально, тяжи просто, пока не доезжают, их просто уже расстреливают. Им не постоять, не пострелять. СТ просто нагибают. Ага. То есть понизил бы перезарядку, ну, то есть понизил бы бронепробитие. Что еще? Ну, сделал бы просто как-то что-то подольше. Потому что, ну, 15 минут, ну тут никаких 15 минут даже просто речи нет. А используешь голду вообще? Ну, то есть как относишься к голдовым расходникам? То, что у нас стало за серебро? Да, да, конечно. Не на арте конкретно, ну, а на танке. Да, вот как раз, наверное, это есть в этом баланс, так сказать. То есть, что бы ты с ней сделал? Я бы ее оставил бы за голду. Что бы сделал? Убрал бы голду? Ну, нет, я бы не убрал, я бы сделал ее, чтобы сделана была только за голду, а не за серебро. Ага. Мне то кажется, есть... это понизило бы такие пробития шальные, как, например, СТ. Ну, сам ей пользуешься, когда играешь на танках, да? Нет, перестал пользоваться вообще. Потому что, ну, реально, нельзя не пофармить ничего. Ага. Так, мы пришли к победе, это хорошо. Видите, ребятки, как парнишка и вовремя среагировал, еще и прикрыл нас в конце. Отлично. Есть артиллеристы еще в мире хорошие. Сколько там он по урону? Ну, тоже два раза попал, но бог с ним. Бой продлился слишком быстро, все-таки городская карта. Хорошо, Иван, я рад, что ты к нам заскочил. Быстрый бой. Ничего, у нас будет еще шанс, я думаю, повидаться. Как-то к нам заскочишь в следующий раз. Стримы, я думаю, после того, что я сегодня увидел, у нас будут продолжаться всегда. Поэтому что, что нам пожелаешь? Что, что скажешь в конце? Ну, конечно же, развиваться дальше. Получается, вперед. Ну, ага. Все, спасибо тебе, Иван. Заходи к нам еще, смотри наш канал, а я погнал. Спасибо, с нами. Удачи. Так, следующий человечек. Давай вместе. Вот хочу вместе. И как, куда делся? Непонятно. Бандар. Так, ладно, не успел. Ну, бог с ним. Привет! Ты меня слышишь? Йоу! Прекрасно слышу! Отлично! Ходи 5 сек, я стрим вырублю. Давай, давай, давай. Ждем тебя, ждем нашего подписчика. Надеюсь, уже подписчичка. Вот я думал, что к тебе нереально попасть. Я тебя и в ВК терроризировал, и здесь, и в личку, и как только, блин, уже такое чувство, что, ну, пытаюсь к Джоу попасть по популярности. Ты скоро его такими темпами догонишь. Как вообще? Почему пытался к нам попасть? Зачем? Ради чего? Интересно поиграть? Почему бы нет? Вот, ну, вот да. Видишь, стучись, и двери будут открыты. Поехали, будем в бою, будешь рассказывать по полной программе. Что, как твоя история начиналась? Поехали. Никитос, расскажи, как ты начинал играть. Будет, будет, чуть позже. Еще, я думаю, вот этот человечек. И как раз будем заканчивать. Я все вам, ребятки, расскажу. Попытаюсь еще ответить на пару вопросов. Слишком их много, я просто потерялся за первый стрим. Не успеваю за всем следить. Ну ничего, опыта наберемся со временем. Будем классно проводить стримы. Будем их веселить, будем приглашать известных личностей. Может быть, сам папка Джо к нам заскочит. Будет рассказывать про артиллерию. Свои самые положительные какие-то эмоции, я надеюсь. В общем, посмотрим, как это будет. Ну что ж, где-то там наш друг, которого мы не знаем еще пока. Вот. Во! Есть, ты загрузился. Как тебя зовут? Рассказывай в двух словах. Ну, нет, не в двух словах. Как можно больше, время твое. Отлично. И изначально можно чисто на правах рекламы заявить о канале. Вперед.
Да, и так вот, чисто на правах рекламы, заходите на канал The Noisy, там вы найдете множество веселых игр и все такое прочее. Короче говоря, история началась, история арты началась совершенно случайно, когда я у друга забыл выйти с аккаунта, то есть я, короче, зашел к нему в гости и вот играли в танки и забыл выйти с аккаунта. Он мне... У меня был на тот момент 12Т, это... Я не помню даже, какое обновление было, не суть. Так вот, он мне вкачал арту тогда 6 уровня вроде бы. И да, путь мой шел к бачату, но вот неожиданно прервался на арту. Вот так вот. Потом так. Уже что-то... Ну, по принципу решил докачать, раз уж начал. Вот, докачал, вкачал, арта очень нравится. Такая... Арту не ругаю, вообще просто ни капельки, потому что сам на ней играю. Как-то нехорошо получается, что играть... Правда, иногда бесит, когда тебя просто фокусят весь бой. Это просто конкретная бомба-лейла. А как тебя зовут и сколько тебе лет? Я Дима, мне 16 лет, живу в Санкт-Петербурге. Вот так ага. Вот. А ты сколько играешь в нашу игру? Только не говори, что 4 года с 13 лет. Будет просто очень интересно это услышать. Нет, на самом деле играю с... Вроде бы с марта играю. Но задротствую довольно много. Ну, сейчас лето, сейчас пляжный сезон, все такое. Так что реже получается играть. Так. Вот так вот. Как к нам попал? Почему вообще к нам стучался? Зачем это было надо? Почему именно к нам, а вот не к там кому-нибудь более известному? Ну, не в обиду скажу, что к вам пока что попасть шансов больше, ибо людей меньше. Вот так вот. А к другим тоже пытался, даже к Десику там попадал на ФВ-207 и ему на 700 всандалил там. Но не суть, не ваншотнул уже. Да ё-моё, чё же он двигается? Бедный Дезик. Ага. Ну давай, вопросы там уже просто были много, множество интересных, на которых... Ну... Так, 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 я тебя слушаю. Я понял, ты концентрируешься на семерке, в него сложно попасть. Да, вообще какая-то бредятина. Ну, первые барабаны в щи, окей, первый блин комом. Так, так, в общем, пришел к нам, чтобы с нами поиграть. Зачем хочешь поиграть с кем-то известным во взводе? В чем интерес, собственно, заключается? Так вот, я же не дорассказал. Давай, давай. Я чисто на принцип пошел, что возможно ли попасть на стрим, а то у меня такое чувство уже, начало собираться, что это все дело по блату. Давай переключимся на левый фланг, а то там наших союзников хорошенько убивают. Да, вот так вот. Тут же у нас цензурность. Я думаю, нам нужно будет отсюда переезжать. Так, думал, что это практически невозможно. Туда сейчас можешь не смотреть, поскольку там света не будет. Вот смотрим на семерку. Да, я уже сваливаю, у меня когда еще? Ага, так рассказывай. В общем, в итоге я понял, что в стрим попасть это так. Это все наиграно, это все вранье, да? Ну, по крайней мере, у тебя, да. Вот так вот. Ну, в принципе, к Дезику я попадал, но мало ли случайность. Ну, не суть. Так, что еще хотел рассказать? Ну давай, вопросики ждут твои кайрозные. Хорошо, что бы ты изменил в нашей игре? Сегодня мы идем по этим вопросам. Ой, в игре можно менять очень многое. На данный момент меня волнует пробитие, пробитие, баланс СТ 8 уровня, но это не так глобально, как остальное. 8? Почему 8? Ну, потому что та же Пантера 2 вообще ни капельки не тащит. Су-122-44, хорошо бы ей вот убрать последний уровень боев, но как-нибудь понерфить. Я думаю, что это даже больше ап, чем нерф. Тут недавно даже вот буквально... Да-да-да-да-да, я понял, о чем ты. Несколько дней назад видел похожее видео. Так вот, и вообще, как World of Tanks начинал, и как он вот медленно скатывается, прогресс свой вот. Но ты же играешь с марта. Интересного водится. Ты играешь с марта в этого года, правильно? Да, до этого меня друзья звали, но там то интернета не было, то там, множество всякой фигни. Подожди, значит у тебя еще много невыкаченной техники там. У тебя еще, можно сказать, адаптация идет. Сколько у тебя боев на... Я просто не вижу статистику твою.
Я же говорю, что я задрочу, так что у меня 16 кабаев, вот так. Ага, да, и... тогда ты можешь что-то, да, уже знаешь, согласен. Ну, то есть даже тебе, сейчас... даже тебе, играя с Марта, уже сейчас надоело то, что присутствует в игре. То есть ты бы хотел чего-то новенького, да, как я понял? Ну да, потому что, ну, довольно сложно играть в одну и ту же игру, когда мало чего вводится нового. Это, ну, как минимум скучно. Но вот, дабы я самым первым своим танком вкачал ФВ-183 по своей, не знаю, глупости, уверенности. Именно потому что мне его посоветовали друзья, типа гигантский альфа-страйк. Я его вкачал, как только он только вот вышел. И еще кое-что. Да ё-моё. Еще кое-что. Не перевел за все это время ни единого опыта. Вот вообще, ни капельки. Вот так все вот. Ручками, да? Что-то такое. Все ручками. Ага. Хорошо сказано. Это хорошо, это молодец. Это как мы в старые добрые времена. Это сейчас уже в стоковом состоянии. Не очень интересно ездить никому. Статистичка падает. Кстати, о статистике. А ну-ка рассказывай, что ты думаешь о статистике? Смотришь на нее? Думаешь о ней? Говори честно. Да. Еще как смотрю, я вот сейчас пытаюсь себя понимать, но понимаю статистику очень-очень медленно. Начинал вообще, когда вкачивал FS 52, скатился до 48-75, и вот сейчас опять до 50 и 20 вроде бы 7 выкачал. Вот что-то в этом роде. Так, еще одна пулька есть. Замечательно. Ну, в принципе, довольно хорошо. День продолжается, хороший сегодня день, именно из-за того, что я попал. Вообще день сегодня начался очень хорошо. С ваншота на ФВшке в первом бою. Оба-на. Стоять. Ну, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. А меня засветили, но я пока рискую. Сейчас. Класс легких танков умирает, и его не хотят ну. То есть ты бы... Ты бы апнул легкие танки, как я понимаю, да? Даже скорее не апнул, а просто урезал бы уровень боев. Потому что их сейчас кидают просто к невиданным высотам, там где они ничего без голды, да даже с голдой сделать могут мало что. Просто вот, допустим, как у Е25, на котором я сыграл добрую 1000 боев, также на ФВшке. Вообще обалденные две машины, очень нравятся. Прям вот суперские. Так, суть не в этом. Вообще, по поводу артиллерии, я так не совсем понял. Ты к ней положительно относишься, да? Я не могу к ней относиться отрицательно, потому что сам на ней играю. Я Но все-таки, когда ты играешь на танках, как ты к ней относишься? Это наша основная цель нашего стрима сегодня. Узнать, как же все-таки смотрят на игру глазами артиллериста. Глазами артиллериста. Артиллерия, ну, такой, довольно важный. Ну, не знаю... Кусочек. Слово, да, кусочек, точно подметил. Кусочек игры, без которого игра будет, ну, немножко более слабой, что ли. А вот разработчики говорят, что если многие на форуме пишут, что уберите оба-на, опасность. Молодец. Молодец. Так, продолжай. Многие пишут, что уберите арту, так смысл ее убирать, если вы и так сливаетесь. Но бывают такие бои, когда уже бой идет вот чисто 15-0. Вот в прошлом человек говорил, что такие бои частенькие, и вот ничего. Но все же винят артиллерию. То есть все говорят, что артиллерия это стоялова, и ее винят. Ты как считаешь? Артиллерия это не стояла. Артиллерия просто иногда конкретно бесит тем, что или целый бой фокусит, или, ну, скорее, это ошибка игроков, то, что она может сандалить на 1800, или вот как я, 263, только что на 1200 со своего скудного барабанщика. То есть ты считаешь, что он сам виноват? Да, потому что, а чё, нифиг лезть по центру. Чё, он... Нет, он не дурак. Он, конечно, отличный игрок и все такое прочее, но ошибки все равно... Надо свои учитывать и в следующий раз их не допускать, вот так вот. Но нашим зрителям это будет, я думаю, очень даже интересно. Да, дорогие зрители, напишите в комментариях, поддерживаете Диму в этом вопросе или нет. Ему самому будет интересно почитать. Так, вон, отрабатываем пока. Я заберу 268, наверное. Хорошо. Нет, был перелет. Я не видел, я не успел свестись.
Так, отсюда мне надо подсваливать. Что-то сливы какие-то. О, да, сплошные сливы план. На стриме. Коварный план — пустить тяжелый танк вперед и заставить его светить. Ну, вообще, я хотел перевалиться на тот остров, чтобы у врагов не хватало обзора нас заметить, но это тоже хороший план. У нас вроде не дураки, да, у них вообще нагибалочи. Ой, хоть бы я не утонул. Не люблю вообще вот это вот дело, когда артиллерия или прочие танки какие-то, когда уже все проигрывают, поняли, что проигрывают. Так проиграйте достойно. Кстати говоря, знаешь, чем отличается победитель от проигравшего? То, что победителя не судят. Победителя не судят, это одно из, ну не знаю, правил, что ли. Так вот, я другое хотел сказать, что победитель никогда не сдается, играет до конца и до последнего. Просто вот до конца тащит, нагибает и все такое прочее. То есть это ты к тому, что лучше меньше ныть, а больше играть и побеждать, думать головой, или к чему-то, я не так и не понял. Я к тому, что топиться или самоуничтожаться в конце боя — это, ну, низко, что ли. А если ты перезаряжаешься, к примеру? Ну и что, проиграй достойно. Проиграй, ну, с честью, что ли. То есть ты всегда готов отдать врагу фраг? Лучше отдать врагу фраг, чем просто-напросто утопиться. Ради, в конце концов, надо уважать своего соперника, каким бы он раком не был, и, ну, нельзя его недооценивать. И что, он просто так все это время добивал, например, какая-нибудь СТшка, играл, выживал весь бой, и вдруг вся артиллерия разом так берет и топится, и что чувствует этот игрок? Понятное дело, что ему неприятно. Как раз. Да ё-моё. Так, кажется, мы приплыли. 268 с той стороны, Яга с этой, в общем, готовься. Да, сейчас, если она меня сразу так сходу не засветит, будет хорошо, потому что она... Кстати, да, молодец, я тебе хотел вот про то место сказать. Намыливай. Да погоди, сейчас она мимо поедет, я ей намылю, а то она сейчас на меня повернется и все. И пока едет на меня, у меня бронебойка заряжена, сейчас если мы ее встретим, будет да хорошо. Да, она тупит, понимаешь, она вряд ли думает, что я здесь. Недолет вообще, ужас. Не, беги, прячься, да. Все нормально, это сейчас был недолет, сейчас все нормально. Сейчас смотри, сейчас вообще будет, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел ее обмануть, но, видимо, не судьба. Ладно, спасибо, приятно было... Подожди прощаться, мы в ангаре это сделаем. Да? Подожди, сейчас в ангаре поговорим. Так, ждем тебя. Как будешь готов, говори. Дима? Да. Так. У меня просто, ну, такой... Понял. Скажи нам, что бы ты пожелал пользователям, что хочешь сказать в конце, как стоит вообще арту удержать, не стоит. Скажи пару слов, и мы будем заканчивать. Наблюдателям желаю, чтобы они, ну, не проигрывали и были победителями. Всегда победители есть, и нужно, чтобы победителем был именно ты, а не кто-то другой. Вот как-то так. Это такая мудрая мысль одного хорошего человека. Но не суть. Артиллерия важный. Вот на самом деле, я еще раз повторюсь. Надоедает, когда артиллерия стреляет по одной и той же цели, и это цель ты. Это, ну, довольно сильно мешает. И когда было 5 артиллерий, это... весьма скучно. А когда вот, ну, я считаю, что баланс должен быть 1-2 артиллерии в бой, все, больше не надо, вот, ну, просто никуда, но я имею в виду за одну команду, потому что если больше, то это все, это камни, это кусты, это скука, это не круто. А 2 артиллерии — само то, и артиллерия развлекается, и ты там смотришь, чтобы тебе не прилетело. Понял. Спасибо, Димон, что посетил нас. Оставайся с нами, смотри наши видосы. Пошел я прощаться со зрителями. Спасибо тебе за все. Пока. Давай, пока, Никит. Приятно. Удачи. Тебя смотреть, слушать, лайкать. Все. Отлично, чё, это пока. Приятно. Пока-пока. Ну что ж, дорогие зрители, вот все, Q могу не жать. Вот и подошел наш первый стрим к концу.
Так я не успел обратить толком все вопросы, вы сами там обсуждали, бодро это все обсуждали, это очень большое преимущество, на самом деле, я люблю, когда люди живо обсуждают разные события. Я думаю, стрим прошел очень даже неплохо, напишите в комментариях, понравилось вам или нет, и по количеству зрителей я уверен, что теперь будем стримы делать чуть ли не каждую неделю, как приеду с отдыха, конечно, сразу и начнем. По поводу, как же я начинал вообще играть в танки. Да все просто, точно так же смотрел, как и вы, смотрел разные видосики, танки внешним видом, ну вы сами помните, их смотреть было нереально, в них нужно было поиграть. И вот так я и начал играть еще в далеком 2011 году, где-то спустя пару месяцев после выхода игры, и с тех пор уже вот куда мы пришли. Собственно, будут еще вопросы на эту тему, обязательно ее буду развивать. Качали все, фанились. Если вы смотрите наше видео, я уверен, вы знаете всю нашу биографию, историю, как же это происходило, как было раньше, как есть сейчас. Потому обязательно, если не смотрели, смотрите. Я постараюсь все делать как можно лучше, постараюсь снимать видосики как можно чаще. Завтра у нас по ФВшке, как я обещал, сделаю, завершу обязательно. И будем готовиться к модпаку 092. Ну что, с вами как всегда был Никитос, спасибо вам, что вы сегодня нас смотрели, спасибо, что вы вообще у нас и столько нас сегодня, это просто невероятно. Я думал, ну как в соло можно вытащить столько народу, но все же получилось хоть что-то. Потому подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про лайки. С вами как всегда был Никитос, всем пока, удачи. И в группу ВК заходите, там сможете еще сегодня задать какой-то дополнительный вопрос, я постараюсь на него ответить. Все, всем удачи, я побежал.